Здравствуйте всем, дорогие друзья, всех рад приветствовать на стриме по игре Hogwarts Legacy. Очень надеюсь, что лагов, всего остального там не будет, вот, и мы с вами очень приятно проведем время. Итак, Новый год. Новый год. Вы знаете, как всегда, да, был старый, тяжелый и так далее, и тому подобное. И почему-то я хотел сегодня сделать FNAF, читал новости, и вышла озвучка на Hogwarts Legacy. Когда она вышла, я говорю: слушайте, а почему бы не вспомнить про то, что... А ведь... Действительно, не хватает какого-то праздника, да, не хватает какой-то сказки, потому что с каждым годом что-то мы все взрослеем, как-то со временем мы все с вами перестаем верить в какие-то хорошие вещи, в чудеса. И я решил, давайте все-таки возьмем и потестим эту игру. В свое время, когда она вышла, если не ошибаюсь, это было, по-моему, февраль или март, я правда не помню, в этом году, я в эту волну хайпа, в этот паровоз не стал запрыгивать по одной причине. Играть в нее без ру-озвучки — это кощунство. Игра, она, знаете, она смотрится больше как, наверное, как фильм. Я не могу сказать, зайдет она мне, не зайдет, понравится, не понравится. Я ничего не смотрел, я смотрел отзывы, как всегда в Стиме, ну и так по мелочи. Я предлагаю сделать следующим образом. Давайте мы ее возьмем на обзор, да, в рубрику «Игры на вылет». Посмотрим, что, где, как, зачем. Заранее хочу поблагодарить студию Game Voice за то, что ребята запилили, ну, я считаю, довольно быстро русский язык. То есть мы можем... полностью погрузиться в нее и не думать там, кто знает английский, кто не знает. В общем, давайте посмотрим, что это за игрушка. Вот. Ну а по вашим лайкам и комментариям, как всегда, пойму, нравится она вам или нет. Для меня, сразу скажу, вселенная Гарри Поттера — это нечто, наверное, не изученное, но очень интересное, потому что, не знаю, знаете, как-то все там... по-доброму, что ли, не знаю, какая-то сказка. Я говорю, наверное, то, что не хватает нам. Поэтому присаживайтесь поудобнее, чай, кофе. Спасибо всем за подписки на Boosty, сразу говорю. Ссылки все есть внизу в описании. Ну и также спасибо всем, кто подписывается на канал, все, кто меня поддерживают. В общем, приятного всем просмотра. Мы начинаем. И, ну, за лайки, как всегда, спасибо тоже. Так, друзья мои, я здесь совсем немножечко поковырялся в настройках. Если вас не затруднит, вы скажите, что там по звуку, громко ли, тихо ли. Я немножечко могу подкрутить, я просто не знаю, как вам будет комфортно, некомфортно. Если честно, я сам даже не знаю, как она в игре будет. Вот. Ну и немножечко в настройках я здесь поковырялся тоже. Не знаю, надеюсь, комп у меня не погорит. Не должен, по крайней мере. Не должен. Я очень на это надеюсь. Да, то, что картиночка будет красивая. Так, ну что ж. Погнали. Так, чуть-чуть, да, звука побольше. Я думаю, что в самой игре будет звук прям очень громкий, хороший такой, добротный. Итак, приходит нам письмо при создании персонажа. Мы рады сообщить, что вы приняты в школу чародейства и волшебства Хогвартс в качестве студента 5 курса. Семестр начинается 1 сентября. Для вас собраны школьные принадлежности, которые будут сопровождать вас во время путешествия в замок. Как вам, возможно, известно, указ о разумном
ограничений волшебства несовершеннолетних запрещает использование магии лицам моложе 17 лет вне школы. Однако в связи с вашими уникальными обстоятельствами министерство любезно согласилось позволить профессору Элизару Фигу помочь вам отточить заклинание перед вашим сопровождением из Лондона в замок на пир в честь нашего нового учебного года и церемонию распределения. С уважением, профессор Уизли, заместитель директора, кстати. Ну, как говорится, погнали, но я бы хотел обратить особое внимание на создание персонажа, и есть ли оно здесь. Я уверен, то, что есть. Наверное, сразу прилетает письмо. Вы говорите, да, начать игру. И, наверное, тогда, во, да. Итак, я так понимаю, это полностью, да, готовые, полностью готовые персонажи, которые можно кастомизировать, оптимизировать, ну, в общем, все как мы любим. Чуть себе здесь прям, прям уже явно это не столько лет. Я не знаю, можно взять какого-нибудь вон самого обычного парнягу. Да, почему бы и да. Форма лица, да. Очки. Ну, наверное, по классике, да, возьмем. Мне кажется, что... Нет, не по классике. Вот что-то как-то вот так. Потом прически. Да нет, у него довольно прикольная прическа. Я бы оставил. Веснушки, родинки, да все как есть, в общем-то. Цвет бровей, цвет глаз, брови. Ну, бороду здесь по классике, да, жанра сделать нельзя. Голос. Немного паутины и горстка пыли. Не о чем беспокоиться. А второй? Мне не терпится попасть в Хогсмид. Было очень интересно. Думаю, это будет один из моих любимых предметов. Я и впрямь только учусь, но я более... Немного паутины и горстка пыли. По-моему, эффектно получилось. Вот оно. Мне не терпится попасть в Хогсмид. Выберите сложность. Ну, тут как бы канал Hardplay, я думаю, говорит все сам за себя, да? Давайте классика. Волшебник, волшебница. Ну, наверное, волшебник, да? Подсказывает, да. Какая-то черная магия получается, да? Спасибо, Гризли. Ну, погнали. Полетели. Довольно быстрое, кстати, создание персонажа. А, похоже, мы уже готовы отправляться. Жаль, что было так мало времени на отработку заклинаний. Надеюсь, вы практиковались в тех, что я показал? Да, профессор. Надо сказать, впервые вижу, чтобы кто-то так быстро осваивал чужую палочку. Представляю, на что будете способны, получив свою. Спасибо, профессор Фиг, в том числе и за то, что согласились позаниматься. Это детская сказка. Ни в коем случае. Не надо. О, Элиазар! Джордж! Рад, что ты нашел нас, хоть я и описал это место весьма. Не надо про палочку. Мне не впервой трансгрессировать непонятно куда. Хотя, признаюсь, сперва у меня вышла небольшая промашка, и я слегка напугал каких-то театралов в Вест-Энде. Давно мы не виделись. Честно сказать, твоя сова меня изрядно... Давай-ка лучше не здесь, Элиазар. Разумеется. Поговорим по дороге в Хогвартс. У нас впереди еще пир и церемонии распределения. Отличная идея, если только твой протеже не против, что я за вами увижусь. Что вы, ничуть, сэр. После вас. Но это фильм, да. Давненько я не бывал в замке. Лё. Приятно будет вновь посетить родные развалины. Прям сова-сова. Я в телегу закину ссылочку.
Да, озвучка очень вовремя вышла, прям под Новый год. Надо, кстати, будет посмотреть киновселенную вообще Гарри Поттера. Ребят, не лагает? Ничего, да? Все хорошо? Я очень переживал, что будет. Комп у меня не вылезет. Я рад, что застал тебя до отбытия в Шотландию. Ты едва успел. Лагает? Ну и кто же твой спутник? Новое пополнение. А, заставка Мальца Моросит. Новое? Да, сэр. Меня зачислили на 5-й курс. Как необычно. И впрямь. Никто из преподавателей не помнит, чтобы в Хогвартс... В начале, да, почему-то заставка. И я не заморосила, и все вроде. Ну и поскольку у других пятикурсников была фора в целых 4 года, директор попросил меня до начала занятия немного позаниматься с новичком. Значит, вам очень повезло с наставником. Профессор Фиг не только выдающийся педагог, но и на редкость умелый и одаренный волшебник. Мистер Озрик склонен к лести. Возможно, поэтому он занял такой пост в министерстве. Ну, ясно. Все как мы любим. Ты это видел? Шершавый язык. Да. Никто не знает, насколько Ранрок опасен на самом деле. Мое мнение разделяют далеко не все коллеги в министерстве, но я считаю, что он серьезная угроза. Причем именно твоя супруга. Что это такое? Еще несколько месяцев назад поведала мне о нем. Мириам? Как? Она написала мне о нем незадолго до смерти. Спрашивала, известно ли в министерстве. Ну, графика потрясающая просто. Но прежде чем я смог ответить, она прислала вот это. И это было последним, что я от нее получил. Это принесла ее сова. Без какой-либо записки. Возможно, ей... Нужно было поскорее это отправить. Чтобы спрятать. Чтобы не попало к Ранроку, я не смог открыть. Футляр запечатан очень сильным заклятием. Похоже на гоблинский металл. Этот символ... А что это за свечение? Я ничего не вижу. И я тоже. И что говорит, сынок? Под этим? Мерлинова борода. Как вы это... Стойте! Мы не знаем, что... Держитесь! Херасия, нас спаунились. Но! Прыгайте! Я как в Скайрим зашел. И титры. Ну лови! Ключ! О, ну началось. Ну вы ж волшебники, ёпта! Какой-нибудь там... Смотри, говорит, Бильбо, дракон. Где? Вы в порядке? Вы пострадали. Самую малость. Правда? А ты... Возьмите. Это рябиновый отвар. Бояра! Поставит вас на ноги. Поехали. Опа, нажмите Г. Опа! 2 по 250 мне, пожалуйста. Сейчас, говорит, пойдет процесс. Что произошло? Бедный Джордж, он в голове не укладывается. Что только нашло на эту тварь? Нападать на летящую карету. Ни один дракон не стал бы. Профессор? Сэр, где мы? Не знаю. Мы в дерьме! Но ключ, который вы обнаружили, это явно портал. Портал? Зачарованный предмет, перемещающий любого коснувшегося в определенное место. В рандомное место. Сэр, мне уже лучше. Если хотите смотреться, я с вами. Да, пожалуй.
Но держитесь рядом. Мы не знаем, кто создал этот портал. Да, правда? И для чего? Не знаю, но Графоний, мне кажется, здесь шикарно на смотрится. Сейчас, ребята, одну секундочку. Я хотел стримчанский еще вот так вот сделать, чтобы прям максимум у вас была картинка хорошая. Я бы сказал, даже не хорошая, а добротная прям. Ну, я вот смотрю на стриме, очень красивая картинка. Сейчас, ребят. Неважно как, неважно где, главное, что мы вместе, да. Графику я выкрутил так, что я думал, у меня компьютер сгорит просто. Но нет, не сгорел. Так и чуть-чуть я бы звука поддал, да, наверное? Чуть-чуть. Прям вот как-нибудь вот так. Так, ну и куда нас запрокинул дед? О, рога у меня, кстати, на стене такие висели. Мне кажется, не только у меня. Как далеко забросил нас этот портал? Куда дальше от Лондона, чем унесла нас карета? Мы сейчас где-то в Северной Шотландии. Сэр, в Шотландии. Может должен быть... ли был портал привести нас туда? Полагаю, да. Да, день оказался полон неожиданностей. Но Мириам явно послала этот портал Джорджу не просто так. И я уверен, что она, а теперь еще и Джордж, погибли в поисках того, к чему он должен был привести. Если вы точно в порядке и не против немного мне помочь... Я хотел бы осмотреть место. Конечно, сэр. Отлично. Попробуем найти дорогу к руинам, если она тут вообще есть. Так, слушайте, ну мне безумно интересно, как здесь сделано вообще сам геймплей. Очень неожиданно. Смотрите под ноги. Что по анимации? О. Мне очень интересно. Окей. Физика как есть, вы думаете, да. Откуда я и хотел посмотреть. Откуда у супруги вообще этот портал? Хороший вопрос. Мириам много лет искала следы давно забытой формы древней магии. Древней магии? Да, могущественной магии, которая очень красивая, ребят. Лишь немногим. Но, судя первое по всему, впечатление. Это уже утрачено. Ну, на английском языке сделать нечего, если не знаешь английского. Это с ее помощью был возведен замок Хогвартс. В нем до сих пор живы ее отголоски. Не знаю, где Мириам раздобыл этот портал, но плохая уверен, физика-то. Что это напрямую связано с предметом ее поисков. О! Там внизу есть тропа. Сюда. Куда нас, я не пойму, ты забросил? Слушай, ну все лучше, на самом деле, чем в пасти дракона, зачем, да? Зачем ваша супруга вообще искала следы давно утерянной магии? Мириам хотела выяснить, как настолько могущественная магия могла просто исчезнуть. Считала, что ее можно было обернуть во благо. Но Фактишка магия прикольная. Сродни любой другой силе. Все зависит от того, кто именно ею владеет. О. Это что, лед? Нет, тут слишком тепло. Похоже, это какие-то чары. Кого? Кто-то хотел преградить нам дорогу. Поглядим, насколько вы наловчились обращаться с палочкой. Сосредоточьтесь на центре. Ты сейчас серьезно? Отец, я и моя палочка, это как, я не знаю. Погоди, а что сделать надо? Слушай, бать, палочка фиксируется, а вот... А как? Может, правый? А может, левый? Как туда плюнуть-то? А?
Слушай, ну палочка встает. Четко. Как часы. ЛКМ. Сука. Нормально, нормально. Не надо мне тут про палочку. Самое это. Нормально, нормально. Ага. Камеру, чтобы использовать цель. Ой-ой-ой, хорош. Тихо-тихо-тихо. Слушай, чем-то мне напоминает, знаешь, что? Игру Mortal Shell какой-нибудь. Сука, я сейчас здесь всем накастую. Владение палочкой растет прямо на глазах. Спасибо, сэр. Еще не знаю, что я двумя руками умею. Вообще с ума сошел. Немножко детского крема и... Я вам тут устрою сейчас. А, теперь наверх. Сейчас понесется Джонсонс Бэби. Мы уже близко, осталось совсем немного. Ну чё, ну 36 лет, ну чё. Ну красиво, красиво, атмосфера бомбезная. Мне нравится. Держитесь! Не сейчас, Припару! Родной. Попозже. После прохождения прочитаю. Ты, по-моему, что-то попутал. Хрена себе. Мы почти пришли. Дед явно шарит. Вы знаете, мне по атмосфере она напоминает какой-то Том Райдер или этот с сокровищами, да? Как его? Ну вы поняли. Зачем кому-то было строить дом здесь? Полагаю, этот кто-то любил уединение. Портал привел нас сюда неспроста. А в горшках есть что-нибудь? Давайте осмотримся. Давай. Ищите все, что покажется необычным. Отец, тут все необычное. На миникарте показаны вы стрелочкой и ваше ближайшее окружение. Соответственно, золото — это текущая цель. Угу. Профессор, здесь что-то вроде барельефа. Это символ или что это? Возможно, владелец этого места был известным ясновидцем. Любопытно. Но это чисто фильм, ребят. Это чисто фильм смотрится. Слушайте, я даже не пойму, это часть какого-то собора или... Нет, если игра про исследование, это ж мое вообще любимое, вы чё? Это мне такое надо. Ребят, ну она красивая, мне... Я очень предвзято всегда к играм отношусь, но атмосфера есть. Угу. Знаете, я бы даже вот еще вот для атмосферы еще бы немножко звука поддал. Вот эти чайки, там птички, там херички. А если громко будет, скажете, ладно? О! Ой, мне прям нравится. Вот так бы вот на лавочку, да, сел и на закатик, да? Да? Согласись? И вот так вот, знаешь, чисто сидишь, латешечку налил, да? Спасибо. Латешечку, понял, налил немножечко, да, вот так вот. И сидишь, понял, вот так вот, вот мизинчик оттопырил потихонечку и в закатик смотришь. И знаешь, такой вот, понимаешь, что, ну, это оно, да-да-да. С пивком, ну, можно, конечно, и с пивком, но здесь, ну, кто что любит, да? Ну или холодненького, да, тоже бы нормально зашло. Ой, красиво. Мне нравится. Если бы еще какие-нибудь секретики были. Прозрачный камень. Но что он собой заслоняет? Сейчас я как... Нет, надо подойти. А это что? Профессор Фиг! Слышь, отец, тут какая-то пена.
Как странно. Для чего было создавать этот зачарованный камень именно здесь? И как за ним может быть комната? Комната? Я ничего не вижу. И здесь это свечение, как на футляре с порталом. Короче, есть вещи, которые видит только наш ГГ, да? То есть главный герой. А ну-ка. Во имя Мерлина! Годрикова сердце. Где мы? Ты что нажал? Не укладывается. Кто там спит? Разбудите гоблина. Я понял. Все, да? Здравствуйте. Гоблин-банкир. Ипотеку можно взять? На 300 лет. Вот он, мой хороший. Работники Сбербанка, поехали. Не может быть. Новые клиенты. Надо мне было кого-нибудь озвучивать тоже. Я могу, могу. О! Добро пожаловать в банк Гринготс. Вам нужен сейф номер 12. Именно. Ваш ключ. Ну, как тебе сказать? Из футляра. А, да, разумеется. На, держи перо. Прошу за мной. У нее, смотри, все как часы, ну прикимарил немножко. Держитесь рядом. Надо обязательно гоблина здесь все обшмонать будет. После интересно, вас... а здесь есть что-нибудь спрятанное? Ребят, есть что-нибудь спрятанное, интересно или нет? Вот просто мир, если изучать, есть же какие-нибудь ништяки там. Не высовывайте руки, закройте ляжки, если не хотите их лишиться. А, все приныкано. Понял. Будем искать. А сколько всего сейфов в Гринготсе? Сотни? Да вы и сами в этом убедитесь по дороге к сейфу номер 12. Сейчас мы прямо под главным залом. Знаете, здесь расположены центральное хранилище. Новые сейфы. И много в Гринготсе частных ходов? ППС идеальный. Крайне мало. Подобную услугу могут себе позволить лишь наиболее состоятельные и верные. Успешные бизнесмены. Влиятельные клиенты. Ребят, по звуку норма? Не громко, не тихо, нормас? Этот водопад смывает любые чары. Дополнительная мера охраны. Похоже, вы уже сталкивались с гибелью варваров раньше. Просто слыхал. А здесь у нас сейфы нижних уровней. Но далеко нам еще. Сейф номер 12 был арендован вскоре после основания Гринготса, более 400 лет назад. Он находится в самом глубоком подземелье банка. Устраивайтесь поудобнее, путь предстоит не близкий. Слушайте, ну у них здесь целое это, посмотри, здесь целое это. Нет, блин, номер сейфа. Ключ. 12. Исторический день! Проезжайте. А что у него на этом было такое? Видишь, красное что-то? Надо обратить внимание. Какие-то замуты непонятные. Профессор, повязка на рукаве этого охранника светилась. Так же, как футляр с порталом? Нет, темнее. Так же светился ошейник на шее дракона. Что-что? Мы просто говорили об этом гоблине. Он отвечает за старейшую часть банка. Туда уже почти никто не ходит. Дружинник. Электрик, я тебе дам сейчас электрик. Дурак. Вот
Вот мы на месте. Озвучка очень крутая в игре. Когда этот сейф открывали в последний раз? Дежурные гоблины, Селарчик, приставленные к этому сейфу, сменяют друг друга уже сотни лет. За это время сейф номер 12 не открывали ни разу до сегодняшнего дня. Интересно, а как здесь выглядят всякие вещи, которые... О! А, во, ларчик! О! А дроп! Сейф номер 12. Благодарю вас. За нами дверку не закроют, нет? Это уже классика жанра. Родной, а где дроп? Я за тобой наблюдаю. Сейчас 100% шнырь, 100%. Надо посмотреть гроши, да, далее? Я что-то не увидел. Как думаете, что именно нам нужно здесь искать? Чекай, закроется сам дверь. Сэр, вы не могли порядок бы... Порядок доступа к сейфу номер 12 обязывает меня впустить сюда владельца ключа, после чего закрыть дверь. Постойте. Желаю удачи. Профессор? Да уж, неожиданный поворот. Дайте надо подумать. Посмотреть, где голда показывается. Здесь наверняка что-то... пожалуй, Ривелио. Ривелио? Именно, проявляющие чары. Самое время вам их освоить. А? Давайте поглядим, что от нас сокрыто. Берите палочку и сосредоточьтесь. Чего? Не понял, погоди. С первого раза. Так, на, лови. Ривелио. А? Что ты скажешь? Там что-то есть. Я и без него подойдите видел. Подойдите поближе и попробуйте повторить чары. Ты сразу сказать не мог, родной? Так, Ривелио, это... Сейчас мы тут с тобой начитаемся всяких этих. Ты хоть чашку возьми золотую, что-нибудь возьми, родной. Не знаю, книжку возьми. Поехали, чё. Какая-то дверь? Уже что-то. Здесь снова тот символ. Символ тот же самый, вы часом, да, не знаете, как ее... Знаю, профессор. Этот символ светится точно так же, как футляр с порталом. Если то, что вы видите, указывает, ребят, как на игра, путь, думаю, совсем скоро мы раскроем секрет этого мне сейфа. Вообще зашла люто. Ведите. Она реально фильм. Я целиком там. Не знаю, мне понравилось. Люмос! Пальцы вверх, ребят, ставьте, это подписывайтесь на канал. Сейф. Обязательно, чтобы выбраться, пройдем полностью, если потрудиться. Будете топить за каждую какого серию, погнали. Если потрудиться, вы думаете, это какое-то испытание? Да. Но для чего оно задумано, я не знаю. Держитесь рядом. Если что-то пойдет не так, трансгрессировать отсюда не получится. Это как-никак Гринготс. Отец, ну посвети, здесь по-любому что-нибудь где-нибудь лежит. Офигеть, вообще атмосфера просто в игре. Впереди что-то есть. Что там? Снова это свечение, но теперь на полу. А это, говорит, мина, лепесток. Ну-ка, отец, попробуй. Что произошло? Стоило мне только приблизиться к этому свечению, как оно тут же заклубилось вокруг меня. Ни хрена. Вы в порядке? Да, сэр, в полном. Вы что-то сделали, и пол изменился. Это статуя. Что она вверх ногами? Я вижу какую-то статую, но только как отражение в полу. Р. Чекай. Ривелио.
Полагаю, ее-то отражение вы и видели. Умом. Да, я но по-прежнему на месте. Вот только смотрят они в разные стороны. Погодите, когда вы отошли, отражение повернулось вслед за светом. Может, вам применить люмус? Кого? Так, поехали, пожилой люмус. Опа! Вопросы? А! Опа! Люмус — это фонарик, все, я запомнил. Поехали. Вы изучили световые чары люмуса, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание люмус освещает кончик вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Ну, понял? Люмус. Опа! Отлично. Теперь отражение повернулось ко мне. Теперь не мешайте мне. Оно и в самом деле реагирует на свет. Пока я все ништяки здесь не посмотрю, я не успокоюсь. 100% какой-нибудь суперсекрет здесь лежит, который никто... Я понял! Бежать только не могу. Может, за колоннами что-нибудь зашкурили, нет? Сразу отойти далеко от него не могу. Есть там что-нибудь, нет? Якильке! Дайте знак! Да понял. Не хочешь, как хочешь. Так, значит, эта хрень поворачивается за мной, да? Раскройте секрет статуи. Может быть, повернуть в одном направлении? Назад. Видел, да? Дорогу показывает. Все, да? Бан. Я понял. Нормально отец до нас привел. Протега! Какие протега? Ты куда меня завел? Ни хрена сидит на перефарме! Родной Мегуста! Сейчас здесь накастую вам! Ой, я понял, все. И ДД, и КУД. Тормози, родной! Ты куда нас завел, отец? Фу, не успеваю зажимать, сейчас привыкну к аппарату. Надо привыкнуть к аппарату! Изучи свои цели. Отразите атаки. Да я уж понял, родные, понял. Сейчас. Давай, пошел. Оп! Обидно, да? Шкуник. Давай, Сережа. Смотри, жестко. Оп! Меня прыгнул. Давай. Оп! Там появляется значок. И все, я все увидел. Я теперь умный. Я все знаю. Вопросы. Экспульса. Смотри, здесь устрою. Слушай, отец, давай что-нибудь делать, а? Мне тут не нравится. Не отходите! Да? Профессор? Профессор Фиг! Профессор, где вы? Плохо дело. Заходи. Люмус, куда же мне идти? Вот это вот самый главный вопрос. Что происходит? Судя по тому, что похоже, все летит туда. Эти волшебные огоньки меня куда-то ведут. Огоньки, да. Сейчас папка сначала все здесь. Дают пошариться, а по-человечески. Ладно. Падре! Да как так-то, а? Ревелио! Люмус! Мать моя женщина, это же...
Ребята, спасибо, я сейчас чуть с ума тут не сошел. Во-в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 о! Люмус! Ларчик, ларчики, ларчики все подсвечиваются через R, а что же вы сразу-то не сказали? Я-то спойлеры не смотрю у этих, которые, зараза. Ривеня. Ты посмотри, здесь просто здесь... Люмус. Ларчиков непочатый край, 100% здесь где-то есть, 100%. Ривеня. Опа, Ривеня, вопросы, оп, оп. Все, не фиксирую. Люмус. Сразу и сказали, ну, значит, слепой. Ривеня. Ривеня. А все заклинания выучу, сейчас на улицу выйду, начну здесь пенить. Подойду, скажу, ну-ка, кофе налейте-ка мне. Ривелио. Подожди, да, ага, я уже дернул раз. Спасибо. Я не знаю, для чего дают какие-то монеты. Кролл-коины. Ривелио. Люмус. Ничего не понятно, но очень интересно. Слушайте, ну мы денег нормально насобирали. Я не знаю, для чего, но мне надо. Люмус. Все, погнали. Мне очень понравилась игра. У нее главное, у нее FPS, и FPS очень хорошие. Так вот, куда они меня вели. Снова это свечение. Снова я напиваю! Опять, да? А, да? А. Люмус. Все, да, мужики. В соло сейчас придется. На сложном, на хардкор, на хардкорушке, да, играем. Ривелио. Ривелио. Придется обходиться своими силами. Правда? Люмус. Да, парни. Стоят три статуи. Похоже, выбора нет. Придется сражаться, чтобы выйти отсюда. Можно, Рублев, конечно, можно. Ты что мутишь? Ни хрена ты дерзкий! Как пуля ты тормозите! Куда ты так спамишь? Протеку. Подожди, дайте привыкнуть немножко к аппарату, реально. Пацаны, вы чё? Смотри душу, да? Соло просто развалил. Удерживайте Q во время применения, чтобы контр-атаковать. А-а-а. О-о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 -
Понял, принял. Вычеркиваю. Обидно? Вообще не ощущаю, просто не ощущаю. Остолбеней. Ни хрена я тут что начинаю? Остолбеней. Это я чуть как чародей прям что ли? Смотри, что тут началось тут. Ой, тормози, тормози, да я... Ладно, что ты... Мужики, давайте без этого, а. Процесс, остолбеней. Парирование наше все. Остолбеней. Хорош, просто кабины разваливает. Смотри. Все, нет. Че, все? Люмос. В честь устроили-то? Ревелио. Люмос. Никого не вижу. Ого. Ревелио. Что-то посерьезнее уже стоит. Люмос. Сейчас, секунду. Ну-ка. Ревелио. Монетки эти 100% не просто так. Это 100%. Люмос. Не показалось ли там что-то красненькое было? Спасибо. С наступающим, взаимно, ребят. Вот этот знак опять. Как в этом, в God of War, да? Портал. Мало лайков, да люди засматриваются. Не, молодцы, молодцы. Еще в офлайне, знаешь, они как стараются, тоже топят. Ревелио. И где мы?
Люмус. Так, фиксирую ларчик. Плюс гроши. И чё, и чё, и чё? Эй, вы там? Профессор Фиг? Да. Годриково сердце, как я рад, что с вами все в порядке. Вы тут-то? И я тут-то. Я не знаю, как открыть эту дверь. Какой-то способ должен быть. Я осмотрюсь с этой стороны. Так. Ревелио. Способ. Что-то где-то должно подсвечиваться. Рублев, хорошо, я добавлю, спасибо. Почему-то у меня идет какая-то отсылка к какому-то Властелину колец, что ли. А вот это что за знак, смотри. Видишь? Нет, не оно. А это отсвечивается так. Слушайте, вот эти вот какие-то... А, тут для особо одаренных, я понял. Сосуд. Вот вы где. Как вам? Что это за место? Я не знаю. Он что, все забыл? Но вот это висело в воздухе над той чашей. Это не просто чаша. Это омут памяти. В нем можно увидеть воспоминания. Интересно. Не сломай, отец. Артефакты здесь находим. Блин, пошли. Делайте в банковскую ячейку, провалились, я не знаю, как это. Это не Мерлин ли? Все готово. Портал спрятан? Очень хорошо спрятан. Предыстория типа как было. Что если путем, который мы создали... Будет невозможно пройти. Не пройдут те, кто не видит следов древней магии, которые вижу я. Твоего дара видит то, что не видят другие, недостаточно, Персиваль. Мы вверяем тому, кто ступит на этот путь, могущественные тайны. Ради этих знаний многие на все бы пошли. Да. Надеюсь, мы правы, Чарльз. Ведьма или волшебник, которые пройдут эти испытания, докажут, что достойны. Знаний и ответственности на них возложены. Ты понял, что они сделали? Мы сделали все, что мы. Пожилой Дамблдор. Ты понял, что они замутили? Так вот, что вы видите. Свечение, которое окружает их. Да, сэр. Поразительно. Спасибо. Я что, вижу магию? Если точнее, следы очень древней магии. Магии, в существовании которой Мириам была так уверена. Но так и не сумела. Мириам, а возможно и Джордж, погибли, желая отыскать знания, столетиями остававшиеся тайной. И похоже, именно вы способны пролить свет на причины гибели. Мы бы... Одна, только что тут все было совсем иначе. Кто-то идет. Кто это был? Не знаю, но, сэр, вам сюда нельзя. Я был прав. Ранрок. Давай соло выйдем. Моя репутация опережает меня. Я уже начал думать, что никто и не посетит хранилище Рекхема. А что ты здесь забыл? Опа. Спокойнее. А? Просто отдай мне то, что ты здесь нашел, и мы забудем старые обиды. Сэр, у них был ключ от сейфа.
Хорошо подумай, что ты сейчас скажешь. Я лишь хотел сказать, что порядок доступа к сейфу номер 12 обозначен четко. Сэр, я вынужден настаивать. Я вправе допустить в сейф лишь того, у кого есть ключ, а у вас его он... За что молодого? Терпеть не могу предателей. Так, о чем мы? Ты ничего от меня не получишь. Ну ладно. Может быть, твой юный спутник окажется позговорчивее. Я сейчас кастану. Пошло, 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 добро! Слышь, отец, что-то у него, по-моему, ствол не того калибра. Вы что натворили-то? Кого тут наспамили? Я знаю, как отсюда выбраться. О боже. Профессор! Профессор, ну беги, родной! Ну! Вы в порядке? Да, сэр. Какой же могущественный гоблин. Похоже, моя магия на него даже не действовала. Где это мы? Быть не может. Похоже, те, кто оставил здесь омут памяти, этот медальон и создал весь этот путь, хотели, чтобы именно вы... Блин, ну это чисто фильм, ребят. ...оказались здесь. Графон просто фильмовский. Идемте. Нас еще ждет церемония. Кого? Ну с дедом на самом деле поспокойнее ходить. Отец в какую-то Нарнию привел. Чух-чух-чух. Паровозик, который смог. Ничего себе. Не, вы на своих устройствах, ребят, качество трансляции поставьте 2К. 1440 ставьте, у кого интернет позволяет, картинка будет просто кабиносносная. Короче, это вообще как предисловие, я так понял, было. Сильно. Сильно. Прям это. Прям, да? Смысл от 2К, если моник Full HD. Можно я ничего тебе отвечать не буду, ладно? Можно я просто промолчу и все? О, славно! Церемонию мы еще не пропустили. Я, конечно, не эксперт, но, кажется, так будет уместнее. О! А теперь нужно скорее заняться этим медальоном, но сперва известить министерство. Нужно рассказать о Джорджи и предупредить о Ранраке. А то, что произошло сегодня, останется тайной. Между вами и мной. Разумеется, сэр. Спасибо. Ну что, вы готовы к церемонии?
Не, ну качество картинки вообще просто забейте, ребят, но это реальный фильм. Смысл одного монитора, если глаз Финес. Всего два. Неджелс. Блэк. Будем сейчас вас знакомить с нашим директором. И как Камбала, что ли? Фиг. Все-таки снизошли до нас. Церемония уже завершилась. Возникли затруднения. Затруднения? Ситуация с гоблинами нам довольно. Гоблины, не надо слухов, Фиг. Не испытывайте остатки моего терпения. Если изволите, то пройдите церемонию распределения. Поговорим в другой раз. Давай, отец. Не чуди только больше. О, на раз-два сели. Профессор Уизли, шляпа. Мы распределили еще не всех. Отлично. Вы как раз вовремя. Присаживайтесь. Стоят два стула. Один со шляпой. Опа. Ну, бля, все хорошо, да. Спасибо. О, надо же. Ты постарше остальных, не так ли? У тебя уже есть свои предпочтения и предубеждения, некоторые ожидания. Ха. Тут что-то какая-то начинается это. Что я хочу скорее? Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Я буду отвечать, чтобы я отвечал просто. Конечно, исследовать замок. Мне очень хочется поскорее изучить Хогвартс и все окружающие его земли. Дух, ну, типа, 100%. Прям способствует открытиям. Но не забывай, что преподаватели могут очень многому научить. Любопытно. Я что-то чувствую в тебе. Некую черту характера. Какую же? Черту характера, он сказал, да? Ребят, спойлеры аккуратнее в чате. Поотлетайте аккуратнее. Без этого. Если что, я первый раз прохожу, напоминаю. Отвага, любознательность, верность и последние амбиции. Чувствую в тебе черту. Ну, конечно, слабоумие и отвага. Тяга к приключениям? Хотелось бы верить, что я ничего не боюсь. О, у тебя храброе сердце, не боящееся неизвестности. Еще я вижу готовность всегда идти вперед, даже в одиночку, если придется. Соло. Возможно, могу. Твое место в Гриффиндоре. Добрый вечер. Студенты Гриффиндора известны своей отвагой, храбростью и благородством. Можно выбрать, кстати, другой факультет. Слушайте, друзья, ну, я буду идти вот как шляпа распределила. Я считаю так правильнее. Как бы, ну, я отвечал же. Я оставлю все как есть. Я считаю это по справедливости, да. Пусть будет Гриффиндор. Шляпа усатая. Хлопаем все, ну-ка, встали. О, о, черный с красным, как раз наша тема. Опа! Салам алейкум!
Да, и еще кое-что. Из-за несчастного случая прошлой весной в этом году все соревнования по квиддичу отменяются. Ясно, профессор западло. Тихо. Можно подумать, я запретил все полеты вообще. Хотя, еще не поздно. Ты что такой глэк-то? Ученики обязаны прежде всего думать об учебе. Что ж, завтра много занятий, и вам надо подготовиться. О, ясно, рыжий. Я сказал, завтра много занятий, на фиде 100%. И вам надо подготовиться. Пожрать нормально не дал. Что это за человек за такой, а? Эффектное появление. Давайте знакомиться. Я... Профессор Уизли, извольте сопроводить нашего нежданчика в гостиную. Как раз собиралась, сэр. А, то есть ты решил усугубить сразу, да? Так вот, я профессор Уизли. Рада знакомству. Приятно познакомиться, профессор. Моя обязанность как заместителя директора проводить вас в гостиную. Нам сюда. Ну какая хорошая женщина, мне очень нравится. Такая в возрасте. Умная, красивая. Начинать обучение с 5-го курса необычно. Вас столько всего ждет? Мне не терпится начать. Помню, как сама впервые вошла в гостиную Гриффиндора. Вы были в Гриффиндоре? Я до сих пор в Гриффиндоре. Но пароль я в юности вечно забывала. Пароль? Пароль? Спаси сосок! Пароль на сегодня — Грата Домум. Грата Домум. Можете войти? Хрена себе двери. Отлично. А теперь идите и выспитесь. Завтра очень важный день. Утром я приду, чтобы проводить вас на первый урок. Спасибо, профессор Уизли. Не за что. Наверное, спасибо, надеюсь, не знаю. Первая ночь пройдет спокойно. Конечно, спокойно. Снов. У меня палочка. Я уже кастовать научился, я тебя устрою здесь. Чучу на мандрючу. Кстати, эти сцены лагать перестали. Блин, завтра постригаться иду. Некрасивый сижу. Выздоровел у меня этот мой этот цирюльник. Похоже, все уже ушли. Надо поспешить в гостиную. Вот, надо не поспешить, надо что сделать? Все изучить. Ривель. Опа! Ну-ка, дай-ка мне. Кау. За мячиком. Слушай, ну это чисто общага такая. Уроки, где учат, все остальное делают, да? Ведь у тебя есть палочка, выручалочка. Ты взмахнешь иска. Алло. Ривелио. Я сейчас начну здесь. И здесь ли вход? Вниз или вверх? В бок. Вообще законно, нет? Так лазим по чужим шмоткам, нет? Значит, вверх надо было. Какой ты? Так, как же пройти в гостиную? Как же пройти? Дайте что-нибудь хорошее. Ривелем. Дайте хоть подсветите. Ларчик стоит. Мне очень надо. Чего? В смысле замок первого левела? Наверное, когда начинаешь учиться в Хогвартсе с 5-го курса, это странно. Наверное, стоять и сплетничать за спиной немножко странно. Смешная. Смотрите на нее. Сейчас я тут начну. Опа! Ривелио! Какой там сундук хороший лежал?
Мне очень он понравился с самого начала. Мне надо. Мне сюда нельзя. Понял. Пинка под жопу дали. За шо? Вот кому повезло куда больше, чем тому бедняге из министерства, которого сожрал дракон. Не представляю, как он будет. Так, чуханы. Надеюсь, на этот раз профессор ее застукает. Зачем застукает? Я ваш этот глобус крутил, поняли, нет? Особенно тебя касается. Смешной. Может, нужно... А, ну ясно. У меня такая же в классе была, которая... Вот это вот... я все знаю, все могу, да. Папина гордость, мамина радость, да. Ну, на одни пятерки в МГУ, говорит, сама поступила. Потом на втором курсе что-то пошло не по плану. Может, нужно... И пошло. Как голландский штурвал. Пожалуйста. Не знаю, что я делаю не так. Это же несложное заклинание. У меня должно получаться наложить его невербально. Почему не выходит? А с папа все расскажет. А, привет. Добро пожаловать в Гриффиндор. Я Крессида. Приятно познакомиться, Крессида. Вчера вечером твое появление во время распределения привлекло всеобщее внимание. Еще бы немного, и ты бы опоздал. Это правда, что ты протеже профессора Фига? Это не совсем так, но он немного учил меня перед приездом в школу. Немножко, ну, рассказал же. Досадно. Я надеялась, что он учил тебя накладывать заклинания без слов. А, так вот, что ты пыталась сейчас сделать. Да, но что-то не так. Когда я произношу заклинание, все получается отлично. А вот без слов ничего не выходит. Надо побольше тренироваться, тогда все получится. Ну еще бы, твои движения палочкой никуда не годятся. Что? С движениями у меня все хорошо, спасибо. Я могу применять без слов куда более сложные заклинания, чем это. Буду тренироваться дальше. Да я вам зачитываю все варианты ответа, расслабьтесь. Зачем вам это? Желаю удачи, сложно накладывать чары без слов. Все ученики колдуют без слов. Все ученики колдуют без слов. А невербальными заклятиями все ученики владеют? Нет, что ты! В Хогвартсе начинают изучать невербальные заклинания только на шестом курсе. И многим это дается с огромным трудом. Я просто решила начать заниматься заранее. Понятно. Давай. Ну что ж, удачи. Рад был встрече, Крессида. И я тоже. Хорошего первого дня. Давай. Надо сразу в ЧС закинуть. На последней партии элиты, когда сидит, им за задротами они не общаются особо. Надеюсь, на этот раз профессор ее застукает. Без крыльев не хватает, Нелли. Ты бы их пустила в ход. Не понял я. Думает, что ей все сойдет с рук. Опять что-то они замышляют, да? Не буду. Тебе крыльев не хватает, Нелли. Ты бы опять их пустила в ход. Замышляют, да, что-то? Два. Надо заставить себя... Что Нелли о себе воображает? Какие-то черные Нелли! Маги. Ты че, мать? Бестолочь, да поставят тебе Нелли, пятерку, не прыгай! Не свались. Надеюсь, на этот раз... Не надо, родная, не надо! Не стоит из-за него прыгать! Тормози! Чего вы все так напряглись? Это же совершенно безопасно! А, у меня сосед так же говорил. С третьего этажа, когда спрыгнул. Не обращай внимания. Полезно время от времени менять точку зрения. Смотреть под другим углом. Однажды я забралась на крышу Гриффиндорской башни. Снаружи. И даже без метлы. Ничего себе! Кстати, я Нелли. Нелли Окспайр. Я слышала о том, что случилось с тобой по пути в Хогвартс. Это правда? Про дракона? Что про дракона? Что? Ты хоть дай пояснение, что? Летел я голым на драконе, правда? Честная правда? Да, на нашу карету напал дракон.
Вот с такими глазами. В голове не укладывается. Вот такой, вот такой большой, вот такой. Но в то же время страшно. Но, похоже, с тобой в Гриффиндоре будет не так уныло. И вообще в Хогвартсе, если уж на то пошло. Так. Значит, смотрите, сразу подбираем. У нас там, это понятно, там задротка стоит, невербальные заклинания, все понятно. У нее потом 40 кошек, обоссанные углы и, да, все мужики козлы. Это все, это уже понятно. Это добрый вечер, значит. Это мы уже проходили, да. Так, вот это у нас что у нас? Смотри, занимается спортом. Акробатка, да? Вот это вот всякие вот эти, легкая атлетика. Так, то есть растяжка уже есть. Вот, тут рассказка про дракона зашла нормально. А что говорят о моем пути сюда? Ты не боишься высоты? А ты когда-нибудь видела дракона? Наверное, мало кто из учеников видел дракона. А? А ты видела? Нет, что ты. Я никогда не слышала, чтобы они нападали на кареты. Наверное, потому что там мяса мало. Тебе потом покажу. Куплю тебе дракона. Знаешь, говорит, чей дракон? Мой! Ты не боишься высоты, да? Сразу видно, что высота тебя не пугает. Да, я с детства такая. Когда мне было 5, мама как-то раз нашла меня на крыше. До сих пор не знаю, как я туда забралась. Но в замке полно необычных залов и коридоров, а на территории водится множество волшебных существ. Нет нужды забираться на башню, чтобы увидеть что-нибудь удивительное. Ну ладно. Еще увидимся. Хорошая такая, да? Либо в гостиной, либо на крыше какой-нибудь башни. Кто знает. Ладно, я пойду. Че, мать? Значит, стоят как-то три негра и не работают. Приходит, значит, к ним рабовладелец и говорит: а почему вы не на плантации? Суть анекдота понятна, нет? Тонкий намек. Тончайший. Кто-нибудь, ну попробуйте. Кого попробовать? О, могу. Точно не хотите попробовать? Я сам варил. Привет. Ты, кажется, новенький. Рад знакомству, я Гаррет Уизли. Слышал о твоих приключениях. Удивительно. Хорошо, что вы выжили. Это правда, что с вами в карете был кто-то из министерства? Ой, да. Друг профессора Фига. Ну, с этим надо дружить, он ну, варит. Дела. Драконы, это страшно. Настоечка. В общем, рад, что ты здесь. Спасибо, Гаррет. Я тоже. Профессор Уизли, твоя родственница? Да, она моя тетя. Надеюсь, это... Наверное, это здорово. Наверное, здорово, когда твоя тетя преподаватель. Все так думают. Тетя обращается со мной как с первогодком. Постоянно следит за мной. И это даже угнетает. Но она это с добротой. И она очень сильная ведьма. Всегда поможет. Куда ведьма, она еще та. Че в кружке? Ты что, пьешь сливочное пиво на завтрак? А? О, нет. Я совершенствую рецепт, который придумал летом. И он почти готов. Но, по правде говоря, его еще надо доработать. Слушайте, но этот зелье варит. Нравится варить зелья? Неужели у тебя и к этому талант? Ну, вообще невелика разница между тем, чтобы сварить усовершенствованное сливочное пиво или рябиновый отвар. Хотя я не уверен, что профессор Шарп разделяет это мнение. Он не очень-то ценит мой творческий подход. Короче, это химик. Приятно было познакомиться, Гаррет. Это химик. И понял? Спасибо, что рассказал о тете. Я тоже рад знакомству. Удачи тебе. Приятного просмотра, ребят. Спасибо за палец вверх. Эй, новенький. И профессор всем приятного, ждет ребят. Тебя в гостиной. Комментарий, лайк, подписка. Как всегда.
Лучшая поддержка. Так, ну что ж. Опа. Доброе утро. Надеюсь, доброе. Вы готовы к первому дню в Хогвартсе? Готов. Давно мечтаю об этом дне. Могу. Даже не верится, что я и здесь. И все же вы здесь. Так что вперед. Первый день в Хогвартсе бывает только раз. Ситуация у вас довольно уникальная. А ведь второй день только два? Придется догонять ваших сверстников в учебе и не лениться. Тем более, что в конце года вам придется сдавать экзамены по сов. Сов? Каких еще сов? Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют сферу вашей дальнейшей работы. Шляпа. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования магии и придумали нечто очень необычное, что поможет вам справиться с учебой. Держите. Кто это все собирать будет? Что это? Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что нужно на пятом курсе. Это крайне полезное пособие, так что советую им не пренебрегать. Я только сейчас подумал, я 11 лет в школе отучился, спасибо, 5 лет в институте. Но что значит будет следить за моими успехами? Потом еще ты учился, в смысле? Будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Даже не вздумай. Давайте опробуем его на практике. Давай, могу. Сюда. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут освоить некоторые заклинания и узнать больше о мире. Припекает? Чего же детвора всегда сбегает? Во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Руководство научит вас внимательнее относиться. Я, блядь, один это вижу. Ривелио. Не отставайте. Аниме-дед, да поход дела. О, похоже, в руководстве есть для вас информация о картине с несчастным Баруфио. Просто используйте Ривелио и посмотрим, что там говорится. Ау. На этом портрете изображен волшебник Баруфио. Прославившийся, кстати, своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он произнес «С» вместо «Ф» и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Учение свет, а не учение не свет. Джейсон Стэтхэм. Руководство, очки опыта. Ёперный театр. Это ваш... А, ну это типа... Знаете, что это такое? Это типа... Наверное, инвентаря, да? Что-то типа инвентаря. Это ваш уровень волшебства. Полученный в результате прохождения испытаний повышает... Понял. Ваше руководство отслеживает текущий процесс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. А что, все очень даже красиво, мне нравится. Опа. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Так, каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важным обновлением. Прикол. Награды можно получать в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получать все награды, которые вы разблокировали. Понял?
Подожди, ты только что сказали. Ну, думаешь, я забыл? Ну-ка. Очки с регалиями Хогвартса. Мне надо. А где взять-то, Терех? Это очень все, конечно, интересно и прекрасно, но... Инвентарь. Коллекции. А, это типа, что мы исследовали. Блин, очень прикольно все анимировано. Мне очень нравится. Вручай, комната какая-то. Карта. Блин, мне очень нравится, как все сделано. Это, ну, это реально круто. Задания все. Балдеж. Понял, не дурак, дурак бы не понял. Так. Но это удобно, фильм. Удобно, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и его окрестностях. О! Бартик! Не задерживайтесь, рыжий, опять вам нужно на уроки. Кс-кс-кс-кс-кс. Ты ж мой хард, да господи. Ты ж мой родненький, а. Барсик. Да, ты мой хороший. Опа. Ривель. Так, про денежки не забываем, как говорится. Сами себя день. О, Барсик за мной пошел. Вот это что такое? Вот какие-то огонечки, ребята, а у меня... Как раз вовремя. Хорошая возможность показать вам, как перемещаться с помощью летучего пламени. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте ее и найдите центральный зал. Типа телепорты? Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Охренеть там. Южное крыло. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Понял? В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку к библиотеке, чтобы продолжить. Профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центре зала. Смените карту с помощью АД. Ага. Ну и понятно. Слушайте, он огромный, этот Хогвартс, на самом деле. Он прям очень большой. Угу. Он прям очень-очень большой. Белый контур указывает на вашу текущую цель, режим прицеливания. На правую кнопку, кстати, режим прицеливания. Показывает дополнительные второстепенные цели и перекрестия, что позволяет повысить точность прицеливания. Мы на месте. Как видите, это экономит время. Эта лестница ведет в центральный зал. О, красиво как, мать. Вы можете попасть в любое место в замке прямо из центрального зала. Стой, матушка. Я люблю этот замок. Да. Надо не забывать эти точечки открывать, а то... Здесь всегда людно. Это центр нашего замка, прямо как вокзал Кингс Кросс. На этом пока все. Не забудьте, сегодня у вас изучение заклинаний, а также защита от темных искусств. А потом можете отправляться в Хогсмид, чтобы восполнить все запасы, что вы потеряли в пути.
Чему нас будут учить на уроках заклинаний? Да практически всему. Заклинаниям, чарам, проклятиям. Очень полезный предмет. Профессор Ронин вам понравится. Он очень находчивый волшебник и талантливый преподаватель. Угу. Что такое защита от темных искусств? Можете рассказать побольше об уроках защиты от темных искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся в мире. Сила ночи, сила дня одинаково. Тот, кто хочет стать мракоборцем, должен в совершенстве освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам очень-очень повезло. Мракоборец вон сзади у тебя стоит, меня туда не тяни. Как наша профессор Гекат. Профессор, вы говорили о каком-то Хогсмиде. Хогсмид — единственная деревня, в которой живут только волшебники. А еще там очень много лавок и пабов. В Хогсмиде вы сможете найти все, что вам нужно для учебы. Там вы также сможете пропустить по кружке сливочного пива со своими друзьями. Какими друзьями? Лучшими? Могу. Спасибо, профессор Уизли. Впереди тяжелый день, и вам много надо выучить. К счастью, преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков, так что вы не отстанете. Впрочем, вы так искусно использовали Ривелио, значит, базовые заклинания профессор Фик вам все же показал. Да, профессор. Он весьма расплывчато описал события перед приездом, особенно случившиеся после этого ужасного нападения дракона. Думаю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Ну да, у нас забавно. На пути сюда мы сделали небольшой крюк. В итоге оказались в каких-то руинах и... Хотя тут стоит промолчать. Каких еще руинах? Ну ладно. У профессора Фига, должно быть, есть причины держать подробности в тайне. Да. Легок на помине. Профессор Фиг... вам случаем не икается? Нет. Ясно. Я смотрю, вы, похоже, довольно неплохо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. О, едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, очень крутой персонаж. Прибыло достойное новое пополнение. Хм. Я очень рада, что вы оба целы и невредимы. У нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы предпочли полететь навстречу дракону. Путь с драконом я самолично не выбирал, знаете ли. Точнее будет сказать, что это он выбрал нас. Ну ладно, поболтали и хватит. Мне уже пора на урок. У меня к вам просьба, профессор. Объясните, как пользоваться картой руководства. Конечно. Спасибо. Озвучка тоже обалденная в игре. Удачи вам. Удачи. Не забывайте заглядывать в руководство. Люцифер. Оно вам очень поможет. А также поможет мне для отслеживания всех ваших успехов. Окей. Хорошо, профессор. Могу. После того, как посетите сегодняшние занятия, зайдите ко мне в класс, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. Кроме того, нужно обговорить посещение Хогсмида для покупок. Ривелио. Так, солнышко. Что за страница? Да ёп. Рад вас видеть, профессор. Взаимно. Я надеялся с вами сегодня увидеться, до того, как вы углубитесь в занятия. Извините, но мне показалось, или вы обсуждали с профессором Уизли... осмотр руин. Нет. Она застала меня врасплох, но об остальных подробностях я умолчу. По-моему, она заподозрила, что мы что-то от нее скрыли. Что ж, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Но лучше никому не рассказывать о нашем деле. Я, говорит, не стукач. Ведь мы понятия не имеем, а форму доклада знаю. Нас этот путь. Возможно, нам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. Кроме того, она может поделиться с директором некоторыми сведениями, которые нам лучше держать при себе. Я понимаю, профессор. Хорошо. Итак, хоть вы и одарены, но способности, которыми вы обладаете, все равно нужно упорно развивать.
К счастью, вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Что касаемо учителей... Пишите в комментариях, знаете, чем отличается ведьма от волшебника. Почти что выговор типа темная магия и Уизли. Обычная? Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из карты руководства. Давай. Разверните и посмотрите. Так. Могу. Могу. Давай, родной. Так. Этот значок, желтенький, символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Понял. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний и или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требования уровня, ну или, соответственно, понятно. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Ну, наверное, логично, да. Начните отслеживать задание с помощью... Так. Согласно... Так, надо две каких-то... Так, за одну награду дают Левиоса, за вторую Акцио. Акцио, не пойму, рука нарисованная и стрелочка. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронана находится в астрономическом крыле. Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог мне найти дорогу. Какой-то зачарованный компас есть. Ага. Здесь, короче, темное искусство, а здесь класс заклинаний. Но Левиоса... Может быть, даже вот это притягивание, кстати, акцию. Потому что он типа, ну, к себе. Стрелочка к себе. А вот Левиоса что такое? Вот это вот другой вопрос. Ну, пойдем давайте сюда. Опа. Карта зачарована так, чтобы помочь найти путь. С ней будет намного легче. Логично. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Занятия, потом визит в Хогсмид за покупками. Не забудьте купить палочку. А у меня же есть. Мистер Оливандер вам понравится. Он мастер своего дела и хороший друг. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. От заклинаний, освоенных вами, могут зависеть не только ваши оценки на сов. Реклама отталкивает. Ты видишь на стриме рекламу? Ладно. Зачарованный компас. Ну... А, он прям показывает этим. Подождите, я... А чё вот это вот такое? Что же я упускаю? Привет. Кажется, мы не знакомы. Привет, я Ленора. Не обижайся, я немного растеряна. Может, что-нибудь дадут за все помощь? Все думают, что у меня поехала крыша. Даже Саманта считает меня чокнутой. Но все дело в этой картине. Раньше я ее как-то не замечала. Но я знаю Хогвартс, и очень хорошо. Пустая рама не может висеть здесь просто так. В этом должен быть какой-то смысл. Есть другие? Есть здесь другие похожие картины. Есть несколько. Хогвартс сам по себе в некотором роде загадка. То есть висят пустые рамки? Этой картины, я пойму, что делать с остальными. Надо же с чего-то начинать. Так, запомнили, хорошо. Удалось узнать о ней что-нибудь? Удалось вообще? Что-нибудь узнать о картине с тех пор, как ты начала ее изучать? Выяснилось, что заклятие Люмос дает какой-то эффект. Но что делать дальше, я не знаю. А, можно взгляну? Может быть, взгляну. Это должно быть интересно. Я уже давно ломаю над этим голову. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Так, висят рамки. Пустые. Если вдруг найдешь подсказку к этой загадке, разыщи меня, ладно? Люмос. Может, там есть какая-то подсказка? Нужно поискать, вдруг она поблизости. Ты сейчас... Сейчас, родной, угораешь.
Это мне надо где-то найти это место. Угу. Обалдеть. Ну, смотрите, что я вижу. Он там, он вверху. Он там, он. Висит какая-то... Не пойму, что. Какая-то, как щит какой-то или что-то еще. Может быть, это вообще где-то здесь? Мне нравится проверить. Ривелио! Да нет, это было бы слишком просто. Было бы слишком просто. Ё-моё, здесь одни загадки, что ли, везде? Кажется, на картине было нарисовано это место. Но что в нем такого особенного? Вот же оно, ёлки-палки. Ну, так это плюс загадка. Эта статуя изображает средневекового волшебника заискивающей ухмылкой Григория Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить в то, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Ага. Это плюс левел. Добрый вечер. Было еще что? Бабочка. Бабочка. Ривелио. Бабочка. А там тоже какие-то, да, бабочки сидели? Стоп. Стоп. Ну-ка еще-ка разочек. Фонтан в центральном зале. Богато украшенный фонтан с искусно вырезанными статуями. Обителем волшебного мира, в том числе с каменными сиренами. Но это понятно. Может быть, эту бабочку как-то к себе надо притянуть? Или схватить, или еще что-то. Стоп. А ну-ка. А ну-ка вот сюда ко мне. Слушайте, мне кажется, я до нее просто не достаю. Не-не-не, это 100% через какой-то скилл нужно, да. Это железобетонно, ребят. А я ее разгадаю. Дурной. Ривелио. Так, значит, сюда мы поняли, что нужно. Здесь висит замок. Запомнили, там стоит сундук. Понял. Если уж выбирать кого-то из... Люмос? Теперь доступны побочные задания. Доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченные, ну, обычными значками. При исследовании мира вокруг они дают дополнительный опыт. Ага. Ну, подождите. Люмус! Возвращайся к своей картине, мотылек. А, он же мотылек.
Все оказывается намного проще. А ну-ка. А ну-ка. Ха! Моя догадка оказалась верной. Нужно сказать Леноре, что мне удалось разгадать тайну пустой картины. Ну, это халявный опыт просто. Теперь самое главное, где ее найти. Она тупо куда-то ушла, подруга эта. Так, секунду, что вот здесь? Тут тоже какие-то свои приколы. У нас, кстати, внизу, да, был кубик. Тихо. Одиннадцать. Ривелио. Наверное, рано мне еще сюда, мне что-то подсказывает. Так, ладно. Запомнили. Плюс изучение еще. Как думаешь, сколько наша семейная сова уже старая? Письма, оказывается, не... Если что, я просто смотрю, ребят. Так, это уже куда-то далеко. Когда сова влетает в большой зал... Я одного не могу понять, в чем здесь прикол. Нет, мне кажется, здесь не просто так. Понимаешь, она сходу это дается вещь, то есть новые игроки, они прям, ну, как бы упираются, да, вот в эту. Давайте вместе подумаем. Сколько их чисел? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Может быть, сумма чисел должна быть равна 21, но это сложно. Ну, типа, если башка, да, допустим, 3. Раз, два, три. Но это логично, потому что число в центре. 11, допустим, 3. И вот это вот число должно быть... Нет, что-то не то. Пока здесь сложно. Но на шару здесь тоже без вариантов. Ну хорошо, ну давай попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ящерица. Но здесь смотри, типа вверх и низ. Вот он вверх. Вы когда-нибудь бывали на кухне? Может быть, здесь ящерица нужна? А здесь нет ящерицы. Может быть, счет не так идет? Ящерицы самые близкие, какая-то вот эта хрень. Ну-ка, секунду. И звук слышите, да, какой сейчас прозвучал? Пока непонятно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
Надо смотреть. Ладно, если что, в комментах напишите. Ну, а мы пойдем по основному заданию. Что бы лучше взять? Темное искусство. Класс заклинаний. Что, ребят, лучше здесь посоветуете? Не-не, спойлеры в чате не нужны. Они в описании, ребят, вы напишите. Я в следующее прохождение, если оно будет, я уже пройдусь. Спойлеры неинтересны. Левиоса либо Акцио. Хотя оно, наверное, два типа основных заданий. Нам и то учить. Давайте все-таки вот сюда, наверное. Наверное, они рассылают массу писем. Так. Опа. А дальше? Дальше на улицу. Кстати, плюс знания. Ревелио. Плюс опыт. Фонтан в виде виверны. Этот фонтан на дворе трансфигурации с изображением виверны служит местом отдыха и собраний студентов. Несмотря на слухи, возможно, спровоцированные сэром, этим другом, этим неприятным Кадаганом, это, безусловно, не та самая виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Так. Ревелио. Так, давайте здесь посмотрим. Да, здесь много всего лежит. Такое довольно вкусное место. Здесь, как всегда, первый левел замка. А вот здесь вот мы откроем телепорт. Что нам очень в дальнейшем... Что нам очень в дальнейшем поможет. Змея на секунду показалась. Плюс сюда. Погнали. Ревелио. Что это за чудик? Ну, уберегитесь огня, шкалеры. Призрак придумщик новой игры. Какая-то огромная это... Типа проходы, или я даже не знаю, как это правильно назвать-то. Все замки первого левела. Давайте здесь чуть выше глянем. Что здесь? Опа. А можно сюда? Люмос. Кентавр нарисован. Кентавр. Один неверный шаг, и вас окутает зловоние. Пеняйте на себя. Интересно. Кентавр. Кстати, подобрали школьную мантию для соревнований, если что. Это где-то, наверное, одевается, да? Нет? Или это вообще где-то в испытаниях, наверное, да? Пойму. Мы вот, допустим, взяли, а ну как бы дальше-то. Или в снаряге. А они, ребят, автоматом одеваются. А вот мантия. Вот. Не шутя. Традиционные школьные. Плащ Мерлина. Школьная для соревнований. Вот эту, да, мы выбили? Давайте эту возьмем, черненькую. Тут, мне кажется, и то, да, одно и то же. Тут защита даже есть.
Перчаточки. Вот. Это другое дело. Так, костюмчик. Все на месте. Ну, а что, довольно неплохо. По-моему, довольно неплохо для начала. Стоп. Стоп. Я там еще кое-что заметил. Кепка. Ну, типа... У нее нет волшебных свойств. Это обычная просто кепка с улицы. Да, она типа, тем более, под капюшоном же. За выполнение задания. Ну, тут осталось только найти. Где-то тут... Добрый вечер, как говорится. Ну-ка, пойдем-ка, солнышко. Ну, это просто халява. Мои дорогие, это прям не халява, это прям подарок. Опачки. Элементарнейшее задание. Так. И теперь получается в этом же разделе, да? Разделе. Мы с вами в испытаниях, да, наверное, это? Нет? А, их вообще все нужно. Так, ну пойдемте. Может быть, еще где-то что-то найдем. Пока больше ничего нигде не вижу. Что это за колокольчик какой-то? Быстрый переход. Ну, а вот и задание основное. Поехали. Остолбеней! И это все, что ты можешь? Бомбарда! Левиоса! Профессор Геккат! Будьте добры, постарайтесь разносить друг друга в клочки после занятий. Новых учеников я вижу каждый год, а вот череп черного гибридца у меня всего один. Этот сувенир достался мне после большой облавы на браконьеров. Вы, наверное, о ней слышали. Вам может стать интересно, как пожилая дама умудрилась в одиночку обезвредить крупнейшую банду контрабандистов во всем Восточном Уэльсе. Отвечу. Все дело в знаниях. Мудрость важнее возраста. Мать что-то знает. Сегодня мы рассмотрим заклинание, которое не раз спасало меня от верной смерти при столкновении с темными волшебниками. Левиоса. Левиоса? Левитационные чары? Левиоса! Удивите своего противника, и он станет уязвим. Попробуйте защититься, мистер Пруэт. Работая невыразимцем, я поняла, что самые простые чары могут оказаться крайне полезны, особенно в бою. Итак... Отработаем изученное. Начнем с чего-нибудь попроще. Ого. Изи. Спасибо, ребят. 5000 лайков. Я вижу, вам понравилась игра. Крутяк. У меня сразу получилось. А теперь попробуем кое-что покрупнее. Шутя, тут арена. Круг сделали. Что ж, начнем с основного заклинания.
Видели, как манекен отразил заклинание? Угу. А теперь сначала используйте Левиоса, а потом основное заклинание. Помните, удивился. Хорошо. А теперь прекрасно. Но это удобно. Очень хорошо. Но лучший способ практики – это дуэли. Го, дуэль. Давай один на один. Начнем с вас двоих. Поехали. Дуэлянты на позицию. Ясно. Сейчас поприветствуем тебя как следует. Запомните, Бибер. На этой дуэли допускаются только Левиоса, основное заклинание и Протего. Начинайте. Я забыл, что такое Протего, ну ладно. Левиос! Это не займет много времени. Протего! Остолбенеть! Уже интересно. Где лицо твое, сынок? Левиос! Ты в хорошей форме. Я знаю. Везение тут ни при чем. Не дурно для новичка. Ты можешь постоять за себя. Куда мы лезем, скажи мне? Ты извинись, сынок. Не очки с оправой. Вы не отступили перед испытанием, которое я вам предложила. Просто в соло. Призовые очки Гриффиндору. Спасибо, профессор Геккет. Хорошо, что можно потренироваться. Очко Гриффиндору. Если то, что вы сегодня продемонстрировали, не случайность, вас ждут великие свершения. Я требую от своих учеников безупречного знания. А последнее заклинание – это щит, да, типа отражение? Они способны этого достичь, а значит, обязаны. Дуэль в классе – это пустяки. А вот сражение с темным волшебником или еще вероятнее с гоблинами – совсем другое дело, уверяю вас. Я понимаю, профессор. Советую вам продолжать тренироваться при любой возможности. Возможно, мистер Селлоу вам с этим поможет. Сегодня вы отлично справились. В ближайшее время я подготовлю для вас дополнительные задачи. Что ж, на сегодня хватит. Ревелио. Все свободны. Так, солнышко мое. Не хотела бы я сражаться с профессором Геккет на дуэли. Ты мне ничего сказать не хочешь? Не люблю дуэли. Предпочитаю со всеми дружить. ПВЕ краб, я понял. Ясно все. Шляпа усатая. Сюда-ка. Скелет черного дракона. Но она про него сказала. Она про него четко сказала. Но это плюс левел. Кстати, осталось всего три. Не, ну согласись, папка нормально, да, зарешал? То есть чисто неплохо волшебник. Неплохо сработано. Мне понравилось. Отличная вышла дуэль. Они еще долго будут говорить. Да, мы отлично размялись. Да, размялись? Нормально попустили, просто да вообще не почувствовал. Да я будто против опытного дуэлянта выступал. Кстати, я Себастьян Селлоу. Не ожидал такого проворства от того, кто совсем недавно взял палочку в руки. Но, может, это не первая твоя дуэль? Это моя первая дуэль. Если честно, то первая. Наверное, у меня просто талант. Можешь увиливать в отличие сколько от некоторых. Угодно, но я-то знаю, что магия требует таланта и старания. Знаешь? Просто повезло. В Хогвартсе есть один закрытый и неразрешенный дуэльный клуб. О-о-о. Ты отлично туда впишешься. Знаешь, сынок, вот эти вот закрытые клубы в нынешние регалии... Знаешь, звучит подозрительно. Неразрешенный клуб? Ну, не знаю. Школьные правила не просто так придумали. Да, их придумали, чтобы держать учеников в неведении. Столько знаний для нас закрыто только потому, что нас считают не готовыми. Чтобы твое пребывание в Хогвартсе было максимально продуктивным, приходится иногда нарушать правила. Вступить в тайный дуэльный клуб или проникнуть в запретную секцию библиотеки. Главное, чтобы тебе хватало ума не попадаться. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Чекайте, кто настучит. Приятно было с тобой поболтать. Уверен, что мы скоро увидимся. Угу. Возможно, в некоем неразрешенном месте. Там и посмотрим, действительно ли ты так искусен, или тебе просто повезло. С этими найди придет Люкана туда. Найди Люкана Шумсби у входа в часовую башню. Угу. Если тебе это интересно. Неинтересно. Вообще увидимся. Неинтересно. Я сейчас стукану на тебя. Ревелио. Черт, какие-то блудники меня тащат. Опять начинается, да? Некий закрытый клуб. Латешечка идет вообще просто на ура.
Все как я люблю. Так, мне бы еще чуть-чуть прям собрать. Скоро-скоро рейды по гадалочкам уже один был. Ривелио! О! Скелет ирландского феникса или Авгурея. Чрезвычайно пугливая птица, которая может предсказать приход дождя. Ее скорбный крик обещает смерть. Не шутя. Сейчас, секунду, что-то там кролик. Да, он, короче, ничего не понимает. Огромный этот вольер у него. Скоро камеру поставлю. Все, как мы планировали 100 лет назад с вами. Будем смотреть. Так. Слушайте, ну здесь у меня получилось. Ривелио. Так, Ривелио. И это мы можем... Протего! А, вот он, протего, все правильно. Так, здесь дальше на... Стоп. Вот здесь 100% тоже Ривелио. Можно, да, будет? Где? Еще родной. Ой! Барсик Усёмский. Бля. Подглядывает. Так. О! Мое любимое. Люмус. Это картина. Две колонны. И справа вход. А это что-то внизу будет. 100%. Смотри, фиксируй. Мне кажется, внизу. Подожди, а вот здесь что? Нет. Это что-то внизу будет. Ривелио. Кстати. Картинная галерея здесь. Там было что-то светлое. Эта девчушка теперь стала учителем. И как только ее зубастая герань ее не сожрала. Ривелио. О! Добрый вечер. Портрет Илиуса. На этой картине изображен юный волшебник-сирота по имени Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии дементоров и темного волшебника Резидиана, вызвав патронуса в виде мыши. Но это плюс левел. Опа! Стоп. Ага. Пока не вижу эту картину. Пока, ребята, не пойму. Ривелио. Ага, добрый вечер. Шо, блядь? Легион! Ты че? Э?
Где же эта картина может быть? Может быть вообще на том этаже? Стоп, вот здесь вот темно. Там было две колонны. Не здесь. На мимика, да, чем-то, кстати, похож. Souls-like. Видишь, вот там вот какой-то темный прям проход. Здесь вообще непонятно, что нарисовано, какая-то хрень. Может дальше пройти, но я не думаю. Это уже как другая это. Это уже не то. Может быть, вон там, типа, мы идем. А вдруг? А вдруг? Зараза, ну я дойду, ладно, хрен с ним. Ревели! Не, мне кажется, это уже вообще потусторонний. Не, ребят, здесь точно не то. Это уже точно не то. Может быть, здесь? Это все проходы. Проходы, 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 проходы. Ладно. Погнали по основному квесту, найдем. Опа! Ревелио! Спалил. Портрет сэра Кэдагана. Сэр Кэдаган якобы дружил с самим Мерлином и именно поэтому стал рыцарем круглого стола, хотя на самом деле он известен всем в волшебном мире. Сэр Кэдаган знаменит тем, что победил Виверну, вызывая студентов на дуэли. Теперь проводит свои дни. А на дуэльке он вызывает. Так и запишем. 3-2-2. Ревели! 3-2-2, сынок. Но он просто огромный. Он дворец, я не знаю, он невероятных масштабов. На самом деле. Очень, кстати, удобно. Карта интерфейса сделана. Вот, вы не видите? Я просто вот, очень хорошо ее вижу. Так, и мы сейчас тоже, да, по основному заданию идем. Да. Поехали. Ну, где-нибудь попадется, ребята. Оно на самом деле может быть где угодно. Вообще абсолютно где угодно. Пока я вот его не могу найти. Это белая картина, но что там за картина? Ревелио! Кто его знает? Кстати, по-моему, мы случайно не открыли там то, что нужно, нет? Это плюс перчатки. Что ж, мы зря задание выполняем. Так. А вот и перчаточки, да? Я так понимаю. Или нет? Или я их не добрал? По идее же там... Нет, инвентарь, это все понятно, что это. Кстати, шарф. Шарф это типа просто рандомич обычный.
Причем вещи делятся тоже на зеленые, еще на какие-то вещи. Или это вообще был облик на перчатке? Наверное, облик, чисто внешка. Внешка, да. А, то есть, по идее, если я сюда зайду, я могу сделать... Или не могу? Пока непонятно, пока темный лес. Погнали дальше по основному заданию. Я всю эту картину ищу, она мне, блядь, покой не дает. Просто никак она мне покой не дает. Это добрый вечер. В толчке сундук, что ли? Так. Люмус. Я тебя нашел. Вообще случайно просто напоролся на нее. И здесь, по-моему, вниз, что ли. Теперь другая проблема — найти эту картину. Нет, 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 нет. Моя память меня не подведет. Да. Опа. Ок. А это плюс. Это плюс левел, друзья. Ривелио. Ну, красиво, красивая картина очень, да, здоровая. Что вот здесь такое? Там, понятно, сундук закрыт будет. Профессор Ронин. Здорово, парни. Иногда приходится напоминать ему, что урок кончился. Знаешь, не всем нравится, Ривелио, когда он возвращается к уроку. Здесь ничего, не может с кем-то поговорить. А потом оборотни поддержали восстание гоблинов. Но пролом! Вот так восстание в 1752-м! И в конечном итоге министром магии стал Альберт Бут. Нет, неправда. О, потеха, веселуха, чья-то ссора. Вот же пруха! Поддержу-ка я мальчишку. Он сказал, что ты врунишка. Я не вру, Пивс. Это был Альберт Бут. Нет, неправда. Это был Безил Флэк. Эй, поддайте жару, ссора, загляденье! Накидывает, понял, на вентилятор. Прекрати, Пивс. Он говорит Флэк, он говорит Бут, а Пивс говорит... Пивс, нас всех накажут из-за тебя. Да, и вы оба не правы. Это был Хестус Гор. То был не Бут и даже не Флэк. А вам задаст двоечку профессор Флэк. Ну это же двойка. Ну двойка же, ребят. Может быть, это тоже считается. Ноль, типа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, 3, 0, тут, понятно, 2 должно быть. Но это либо вот это, либо вот это. Значит, это. Ага. Сейчас. А такого вообще нет. Хорошо, может быть, это низ, да, в связи с этим? Хорошо. Подожди, сейчас мы... Ну, если моя теория моя верна, 3, вот она, двойка. Раз, два. Сейчас дверь откроется. А, выставить на двух, чтобы дверь открылась, да? Ск.
4, 5, 6. Может быть 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Давай так попробуем. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Я это... Двойка, да, должна быть? То есть 0, 1, 2. Хорошо. Есть же здесь такой? Стоп, он есть. Он же есть. Правильно же, вот этот нужен. 0, 1, 2. Я его нет, ребят. Может быть здесь? Так. Окей. Это, допустим, верхняя. Это нижняя. А, 0, 1. 1 плюс 4, 5. 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Но это вообще будет имба, если я это отгадаю, это... 300 IQ мувы просто. Добрый вечер. Добрый, добрый, добрый. Ревелио. Вечер. Так. Мы теперь знаем, как все отгадывается. Плюшевый дракон. Кожаный зимний плащ. Это просто, ну... Ну, мы с вами умные, конечно. Но это факт. Да, херов там 6. Значит, мы и там теперь знаем, как что делается. Окей. Пойдем по основному квесту. Поехали. С нуля. Все, эти теперь мы знаем, как разгадывать. Эй! Обернись! Тут есть свободное место. Где? Не вижу. В темноте не вижу. Спасибо. Привет. Я Натя. Так ты и есть новичок? А с профессором Ронином уже знаком? Ну что, начнем? Приветствую вас, пятый копян. Курс на уроке заклинаний. Предупреждаю, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Проявите старание, рвение и усердие, чтобы хоть что-то запомнить. Хорошо? А теперь откройте учебники на странице 517. Но сперва кто скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания смены цвета и заклинания роста? Ну, никто? Сейчас уже поздновато повторять материал. Вот этот заклинание. Что ж, каникулы сделали свое черное дело. Вы что, все лето отрабатывали друг на друге заклинание забвения? Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Значит, надрачивает. Будем все вспоминать конкретно. И учить. Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга. Так. Поскольку учебники вы все равно читать не будете, давайте их пошвыряем. Так, используйте манящие чары, забирая книгу друг у друга. Одного учебника на пару хватит, мисс Дейл. А теперь займите свое место. Поехали. Ну, а что, обучение тоже. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, на тоненького не надо. Так. Акция. Акция, опа, сюда. Чисто, надо кепку одеть было. Неплохо. Надо кепку, кепку, сейчас, подожди, сейчас. Вы быстро схватываете. У вас есть задатки, но помните. Сейчас. Важна именно практика. Продолжайте. И, может, когда-то превзойдете даже Мисоной. Озвучка на официальном сайте Game Voice. С азами мы разобрались, вот а погода сегодня чудесная.
Предлагаю нам устроить небольшую экскурсию на улицу и хорошенько проветриться. Вся за мной! Чё-то он мучит. Надо кепку одеть. Кепку одеть, когда теперь есть такое заклинание. Чисто отжим мобилок, прикинь. Короче, подходишь к ботану, говоришь, так, ну-ка сейчас я сюда, смотри, говорит, у меня палочка есть, хоп, кепку одел, шарф одел. Опа, где мобилка? Сюда уже, в кармане уже. Папа все сейчас на базаре продает пиво. Пиво там какое-то там, это, с чем-то там, короче, да. А что, нормально? Нормально. Сейчас, подожди, сейчас кепку только надо одеть, капюшон снять. Как нормальный пацан. Сейчас, подожди, сейчас отработаем заклинание. Да, да, мамкин гопник 228, да. Красиво как. Молодцы, что из замка дали выйти, потому что немножко поднадоел замок, согласен. Думаю, игроки в квиддич меня поймут. Итак, что лучше продемонстрирует, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Хера ты, ёпта, кастанул. Первым пойдет наш новый ученик. Да почему я-то? Можно переодеться? Я переоденусь, ты не против, отец? Все просто. Сейчас, одну секунду, для антуража очень надо, очень надо. Мне сказали, что-то какой-то фиолетовый плащ, что ли, я там выбил. А вы хотите сказать, это рандомно падают? Здесь рандомный дроп? Правда? Ух, нифига себе, слушай, я синьку какую-то открыл. Я нифига я тут навыбивал. Плюс 2 к нападению, 3 к нападению, хорошо. Фиолетовый надо 4 левел. Какие-то обновления, возможно. Давай на тройку. О! Сейчас! Сейчас, одну секунду, чтобы эффект был лучше от заклинания. О! 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 Вот оно! Сейчас, мои хорошие, папа все сейчас сделает. Начаем. Окей. Могу такое. Так, что-то мы здесь с тобой наоткрывали, чтобы у нас ничего не висело. Мне очень нравится. Очень нравится. Вот и сидишь, что-то изучаешь, угораешь. Но это, наверное, с моей, как с юмором с моим. Так бы, если душно будет смотреть. Если с юморком, под хорошее настроение, вообще идеально зайдет. Я говорю, попросите, обязательно с вами пройдем. Что это такое? Это понятно. Ну где же мне... Слушайте, прям на дуэли он у меня скрещенные палочки. Скрестить струи надо. Колпак неправильный, нужен белый. Подожди ты, собанин. Чушпанский всем, район. А затем в последний момент отмените заклинание. Думайте об этом как... Отлично. Не теряйте самообладание. Все понял. Замолчи. Я профессионал. Очень хорошо. Да он катится! Не переживайте. Да я не переживаю! Очень славно! Очень хорошо! Призовые очки Гриффиндор! Но, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так. Давай! Все, папа прошарил. Может, вы попробуете? Может быть, она сразу извинится, нет? Давай. Поднимайтесь. Давай. Давай, поехали. Вам синие, как и раньше, а мисс Оной сыграет красными. Тут все понятно ясно? Все. Да, сэр. Да, мой господин, можно так? Смотри, какой ты сейчас меня столкнешь, ёб, бестолочь. Внимание! Ты чё, с подкруткой, что ли? Ты чё, ёпта? Да ты слышь, ты, маг! Чё ты там смеешься, кукол, блядь? Не, блядь, 3 туза в колоде. Вопросы. Отлично. Слышала, нет? Отлично, это про меня.
Ты как у нее катится? Она отпустила уже! Ты как это делаешь? Ты, блядь! Вот так-то. Ты видел? Нет, она отпускает сразу, у нее катится до конца. Не похоже на обычный урок, да? Мне да? Нравится. Сейчас, моя хорошая, сейчас папа все сделает. Сейчас я тебе устрою, блядь, пожилой крикет. Сейчас ты досмеешься, ёпт. Отца! Говорится. Превосходно! Превосходно будет, когда твой шар упадет. Это будет просто превосходно. Во-во-во, молодец, хорошо катишь. Эй, бестолочь. Да! Да! И матери куда сай? Поехали! Яхай, бля! Ты... Прекрасно! Он должен был отскочить! Отскочить! Я сейчас сознание потеряю. Он должен был, как в бильярде, давайте отскочить! Давайте добавим игре разнообразие. Давайте! Отскочить, там все было продумано. Зараза, блядь. Думаю, разнообразие и так более чем достаточно. Да. Это уж точно. Довольно болтать. Довольно. Это вам сейчас, сейчас все шары у нее вылетят нахер. Этот раунд решающий. Ну, начнем! Начнется голодные игры. До свидания. Начала, нет! Думала, что начнем, да. Расскажешь, ёпт. Папа сейчас все подгадает. Сейчас ничего у них не получится. Я знаю, все на нас. Заткнись! Опа! Стой! Очень славно. Слышала? Нет, очень славно. Что с лицом? Как дела? Куда ты, ёпта? Давай, расскажешь. Там о, потом. Надо же. Сейчас папа тут. Опа, поехали! Опа, папа, 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 стой! Тормози, говорю! Браво! 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 Это мне я слышу каждый день. Браво, это слово. А если так? Ты что задумал-то? Если так, то вот так. Давай. Расскажешь, солнышко. Давай, да. Акцию. Акцию, ёпта. Запоминай как надо, бестолочь. Учись у от... Идеальный результат. Поразительно. Кто-то скажет, подкрутка. Вы отлично потрудились. Браво. Да-да-да, это я. Это она про меня, кстати. Ну и кто выиграл-то? Срок дружбы или кто? Она на ноль слила последнюю. А, это 3-2-2 было, ясно. Это она поставила против себя. Ну это понятно, потому что ставит не там, где надо, да. Вот если бы на винлайне бы ставила. Да. Нет, если бы, конечно, она поставила на винлайне. Ну тогда да. Причем, знаешь, что самое забавное? Я, главное, такой открываю, да? Я говорю, что-то здесь, блядь, неспроста. Самое главное, знаешь, вот за что мне нравится. Вот вообще вот тут, вот, я вот слушаю. Все когда... свободные, не забывайте свои вещи. В смысле, 1-1. А как же очко? Отличная игра получилась. Надо признать, я тебя недооценила. Мне потребовалось пара-тройка недель на освоение акцию. После переезда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Сейчас, одну секунду. А кто победил? Почему 1-1-то, блядь? Я был лучшим! Приятно это слышать. Хорошо, что ты меня понимаешь. Это лучший это наряд. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни.
Я перевелась сюда из Уагаду перед четвертым курсом. Моей маме предложили здесь должность преподавателя прорицания. Это там, где мистер Бестрыжки делал, да? И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагаду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части, да. Правда, тут мне пришлось научиться пользоваться палочкой. В Агаду практически никто ими не пользуется. А там человеческой костью пользовались. Ты можешь творить заклинания без палочки? О, да. У меня творить магию без палочки выходит инстинктивно. Кроме того, это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой. Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектнее. Там просто плеткой, да, пользовались. Там магия, магия плети. Ребят, мне очень стыдно, правда. Интересно, а вот в этом Уагаду знают то, что Винлайн, кстати, раздает новогодние подарки и плюшки в Хогвартсе? Знают тут, интересно, они в Уагаду, нет? Не знают. Потому что всем, кто уже там, то есть зарегистрировался, да, в первом закрепленном комментарии, да, внизу, вот, соответственно, там одни подарки. Заходи в приложение, да, приложение там скачивается 2 секунды, и узнай, какой подарок выпадет именно тебе. Она вот сразу видно, что, ну, без палочки, потому что в Уагаду, там все на этих ставят, да. А у нас ставят, да. Ну, все понятно, короче. В общем, в первом закрепленном комментарии зайди и выбери свою палочку. Здорово узнать побольше про другую школу волшебства. Спасибо, что спросил. Что за гений, что за гений? Я очень скучаю по Уагаду, но мне нравится и здесь, в Хогвартсе. Ой, кажется, профессор Ронин хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. Ронин хочет поговорить, ну конечно, но конечно, слушаями все хотят поговорить. Заклинание можно использовать со скромными, красивыми. Не задержитесь. Ревели! Ну, а если точнее, могу. На их одежде, Себастьян. Профессор, вы хотели поговорить со мной? Хотел. В кепке Надеюсь, первый урок заклинаний оправдал ваше ожидание. Мидас, надо на превью поставить будет. Для меня стало неожиданностью, что на нем сразу пришлось соревноваться. В предсказуемости же нет очарования. Вы отлично справились. Вам удалось превзойти такую одаренную ученицу, как мисс Оной. Так она с Вагады. Спасибо, профессор. Мне понравилась игра. Мисс Оной – жесткий и неуступчивый соперник. Хотя, мне кажется, в последнее время еще она какая-то просто рассеянная. Что ж, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. А, давай, отец, кстати, как раз 4-й левел нужен. Плащ фиолетовый сам себя не наденет. А можно сразу, чтоб я не бегал? О, 4-й левел, все, до свидания. Мне уже ничего не надо. О, Сережа. Фиолетовый плащ. Еще бы шпагу выкидуху какую-нибудь. Ё. Короче, все как лохи в мантиях ходят. Мы, короче, в куртке. Чисто работяга с района. Ты точно в Хогвартс приехал. Дурак неумный. Ты что там задумал? Вил, куртка какой. Пальто, чисто пальто. Смотри, какой красивый. Чё ты начинаешь? Смотри, дерево это. Ты Игдрасиль сзади нарисовал. Ты же недавно в нашей школе, да? Не эй, привет! А... Эй, привет. Так и будешь сидеть. На днях я пытался превратить... Ой, я бы сходил в какой-нибудь... Мне сказали какие-то дополнительные задания. Как их найти-то, блядь? Сейчас я, ребят, освоюсь. Что-то где-то там... О, дуэль! Давай, ПВП или зассал? Поехали. Наушник аж выпадает, зараза. Ну-ка, пойдем-ка. Сейчас я тебя чучу намандрючу. Я
Напоминаю, играл. Отправляетесь на поиски новых приключений? О, рада тебя видеть. Кто это сказал сейчас? Я, ребят, в Ленягу играл. Там вообще как пианино, да. Я товарищ на ТХ играл, говорит. Смотри, говорит, как могу. Как на рояле. А, могу, сейчас. Сейчас папа вам всех научит. Вот уже в мантиях все стоят. Семечки лузгают. Папка уже в куртке бегает, в кожаной. Вы все... Ну да. Вы все... Не понял. Ривелио. Только не это. Вот поплавал в унитазе я. Мне разрешила молнию в праксия. Коль раз всего в неделю я буду окунаться, то можно в туалете у мальчиков купаться. Пожалуйста, Пивс, я из-за тебя опоздаю. Завхоз Ранкрус Карп мне помешать пытался. Поймать и под колпак упрятать гад намеревался. На дудки дураку и его заклинанием. В отместку я устроил бедлам и вакханалию. Привилегии мне дали, чтоб я не пошел в разнос. Согласиться ей пришлось, чтоб я школу не разнес. Потому что, говорит, ты черт и пес. У меня своя рифма. Тихо. Туалет с привидениями. О, если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятнее лучше избегать этого конкретного туалета. Походу, как, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза. Я такой чудесный образчик поведения. Так, нам надо срочно в этот туалет. Просто срочно. Ты меня получишь. Я еще не хорош. Ёпта. Лё! А чё? Хороший. Смотри какой. Чё ты мне расскажешь? Кстати, в туалете там стоит... Погоди-ка. Я получаю низкое Ривелио. Удовольствие, когда вы проходите мимо. Обязательно делайте хотя бы раз в год или даже два раза. Пока, бояре. На месте нет. Бля, балалайки не хватает. Ты пароль, и всё. Знаю пароль. Ту-ту-ру-ту. Бля, конь, ёпта. Конь! Так, увидел. Прикинь, конь, Мидас. Десмонд Долговязый. Это статуя волшебника Десмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно, правда, не знает. У него борода хорошая, что ты начинаешь, не знает. Все знаем. Ривелио. Так, Ривелио, ну-ка мне, пожалуйста, вот эту, вот эту, вот эту, вот сюда же тоже. Карта Аргилшира. Надеюсь, правильное ударение поставил. На этой карте изображен Аргилшир. Регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова. Родина гибридского черного дракона. Think about it. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Как ты меня спрятал? О! Вечеринка? Ривелио. Я сразу этот мимас вспомнил, помнишь, с барабаном, когда он кулаком в этот, в бубен, ёпт. Так, слушайте, мы там еще что-то какую-то шапку выбили. Шапка на шапке. 4 защиты. Братцы, по-моему, то же самое. Не-не-не-не-не. Меховая шапка, это... Бубенчики, чтобы не застудить, еще бритузы какие-нибудь с начесом. Вот это я понимаю. Чуть нам, да? Ой, мне очень нравится изучать. Я правда люблю, когда еще файтинги там какие-нибудь, еще что-то. Мне очень-очень понравилось. Что хотите, говорите, мне очень понравилось. Ривелио. Что тут, нигде не надо. Мне кажется, столько АПшек прилетит. Понял.
Понял. Алекс, на продвижение канала спасибо огромное. Дружище, мог бы на Бусти за 100 рублей всего оформить подписку. Там ссылка внизу в описании есть, если копеечку хочешь поддержать. Нифига себе, 20, 24 евро. Спасибо тебе огромное. Вот это сильно. А я тысячи лет не видел таких этих оранжевых этих. Оранжевых символов в чате. Спасибо, ребят. Спасибо. Первый день в Хогвартсе, а тебя уже сожрали. Что здесь такое? Блять, знакомое место. Погоди. А здесь разве больше ничего нельзя изучить? Надо научиться замки вскрывать. Любыми путями надо научиться вскрывать замки. Как угодно. Очень надо. Очень-очень-очень нужно научиться вскрывать замки. И... Стоп. Вы видите это? Ривелио. Видите кнопку? Я сумасшедший, но это очень похоже на кнопку. Хорошо, что ты смог прийти. Люкан вон там. Ривелио. Ни хрена себе, у вас тут погребок. Что это такое? Не надо. А как? Ау. Ривелио. Что у вас происходит? Ага, ага. Опять замок. Зеркало, ребят, нашел. Чем могу помочь? Зеркало. Братва, зеркало. Зеркальце там висит. Да, конечно же, чтобы этот ларчик забрать, надо, блядь, 8 кругов ада пройти, да? В чем прикол? Не понял. Чего? Что за задротная шапка? Дайте мне нормальную пацанскую. Да, еще одна висит. Ривелио. Идиот. Идиот. О-о-о. Ой, хорош, смотри, прям с этим. С галстучком. Мы вовремя с тобой нашли. Символы. Здесь стопроцентная загадка. Что, давай чем раз могу на раз. Помочь? Давай. Себастьян посоветовал мне спросить у тебя ну, про клуб. Ну, раз Себастьян за тебя ручается, спасибо. Этого хватит. Я провожу всего дуэли взаимно. В скрещенных палочках. Это такой дуэльный клуб. Я так понимаю, тебе удалось серьезно впечатлить Себастьяна? Просто у меня талант к дуэлям. Ну, тогда тебе точно к нам. Как именно все происходит в скрещенных палочках? Ты приходишь... Я выставляю противников, и тот, кто в итоге выстоит, выигрывает. Так мы определяем, кто из нас лучший дуэлянт школы. А для большего интереса на кону еще и приз. Хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Поехали. Конечно,
Дуэли — это отличное. Если сейчас нас ОМОН накроет, согласен. Я тебя кучерявый найду. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. Первый раз встанешь с Себастьяном. Затем можешь привести кого-то или сражаться в одиночку. Соло выйду. Ну что, рискнешь сразиться? Легчайше, поехали. Веди меня на ринг. Руки вот, ребят, золотые, вот они. Сейчас смотри. Полетят искры. Поехали. Смотри жестко. Смотри. Ты еще пожалеешь, что записался. Что за, блядь, два задрота? Чего? Пробивайте желтые щиты, используются контролирующие заклинания, такие как... Давайте сейчас первую зафакапим, если что, ну разберемся, короче. А, Сережа! Пропали мои деньги. Врачок полетел. Как у тебя дела, солнышко? Ты можешь лучше! Добьем ее! Иди сюда, ёпта. Просто раздупление идет вообще. На нули, просто на нули. Что это за дуэль? 3-2-2 дуэль. Какая есть. Неплохо. Себастьян в тебе не ошибся. Там просто. Дальше соперники будут посильнее. Но если будешь продолжать, то станешь новым чемпионом школы. Чудесно. Я согласен. Даже не понял, что случилось. На подготовку дуэли нужно время. Так что приходи позже. Может, я что-нибудь придумаю. Приз Еще где? Раз поздравляю с первой победой в скрещенных палочках. Отличный бой. Приз где, кучерявый? Надеюсь, ты еще зайдешь. Понял. Кучерявый. Приз где, говорю? Ривелио. Я в следующий раз, я сюда не один приду. Понял. Сережа, нас кинули! Не, ну опыты, кстати, сыпанули нормально. Но они даже вообще не поняли, что произошло. Хардкор к 100 те. Так, задание. Поехали. Кстати, надо ей отдать вот это, вот этот квест. Пойдемте ей отдадим квест. Помните, мы сделали для нее... Она, как минимум, нам должна поблагодарить нас. Вот подожди, пока я подрасту чуток. Тогда посмотрим, кто кого. Ну, это 100% хрень отодвигается. Сто процентов. Сейчас мы быстренько все отдадим. А зачем мы бегаем, когда мы можем взять и прям сюда телепортнуться? Умом? Умом. Спасибо, ребят, за такие отзывы по стриму. Мне очень приятно. Мне прям кидают фотографии, как вы семьями смотрите. Спасибо, ребят. Это очень круто. Спасибо. Спасибо, братцы. Лайк, подписка на канал. Проверьте подписочку. Проверьте, лайк стоит или нет. Это лучшая поддержка. Ну и там пару комментариев, если не сложно. Любых. Буду очень благодарен вам. Так, ну и что она нам скажет? Она нам тоже опыта даст. Ленора, мне удалось раскрыть загадку той картины. Тебе удалось? Как? А это к материалам дела не имело никакого отношения. К сожалению, я не могу тебе сказать. Ты, наверное, шутишь. Сама должна была разобраться. Какая наглость! Особенно учитывая тот факт, что это я рассказала тебе о картине.
Да как так можно? Решить загадку, о которой я тебе рассказала, и утаить ответ. Еще немного. Ривелио! Можно, солнышко, можно. Бывают в жизни огорчения. Ты, говорит, мне расскажи. Ты меня попросила решить загадку, я ее решил. Так что давай больше не будем усугублять без того, ты с тобой усугубленный, ты просто извинишься. Обиделась, не обиделась, все, я должен ей рассказывать свои секретики. Это мой маленький секретик. Я знаю секретик. Так, опа. Угу. Ну, на это еще долго идти. Ну, там что-то какое-то будет 100% хорошая штука. Так. Талант пока для меня закрыт, ребят. Пока что, к сожалению, таланты закрыты. Ну, ничего. Здесь внешка, как обычно. Да ладно. Внешка у нас и так, в общем-то, отличная. Итак, остается, ребята, основной квест. Всего-навсего второй левел требуется. Ривелио. Рядом дверь. Привет. Россия, дверь. Это дверь. Ну, конечно же, замок амбарный висит. Специально для таких, как я. Любителей. Особенно для таких вот, как он. Вот это сюда телепорт, он прям... Видели, да? Зеркальце. Ривели. А где оно? Я ведь увидел его. Но это скиллом каким-то. Акция. Это какой-то скилл нужен. Я думаю, что это скиллом потушить. Стопудово. Я прям уверен, братцы. Просто, видишь, через камин мы не можем. Я думаю, рано, да-да-да. Научимся, ладно? Окси, спасибо огромное. По твоим словам. Ривелио. Так, пацаны. Где-то тут рядышком. Не могу мимо пройти. Барсик, барсик. Честно, барсик немного стрёмный. Так. А как насчет комнаты, профессор? О! Я как раз думала о том же, Дик. Если ты поможешь. Смотри, какой. О, простите, Дика. А, вот и вы. Ваши первые уроки прошли хорошо? Да, профессор. Всех попустил, да. Профессора Гекат и Ронин тоже так говорят. Похоже, профессор Фиг чему-то вас научил, пока вы с ним слонялись и осматривали, как вы выразились, какие-то руины. Это не я говорил. Кажется, ничего по дороге не докажешь. Сюда произошло нечто такое, о чем вы не хотите говорить. Это так? Я на допросе? Неужели вы не обсуждали мое обучение с профессором Фигом? Он по-прежнему не желает вдаваться в подробности. Я тоже в отказ иду. Пару заклинаний. Ривелио, кажется, а еще Люмос. Именно так, в отказуху полная. Все равно, что заставить Глизня стихи читать. Обязательно вам нужно восполнить пробелы в знаниях. Для этого я попросила преподавателей давать вам дополнительные задачи, чтобы ускорить обучение. Я все сделал.
Да, профессор Ронин об этом упоминал. Кстати, профессор Ронин ждет снаружи, чтобы дать вам ваше первое задание. А теперь касаемо посещения Хогсмида, о котором я говорила. Мы договорились восполнить утерянное вами по дороге семена, магические рецепты и зелья. Спасибо, профессор. А мистер Оливандер подберет вам идеальную палочку. Сейчас на уроках вы пользуетесь чужой палочкой, но ваши заклинания станут куда мощнее, если... Да куда уж мощнее, собственную. Там просто вот так вот все делается. Куда уж, солнышко, мощнее. Чего? Я впервые слышу про магический рецепт, профессор. Что это? Магический рецепт — это своего рода рецепт для создания предметов. А, для крафта? Я расскажу вам о них больше, когда начнете работать с магией трансфигурации. Мать, я в Геране, в Леняге когда был. С 2000 какого там, второго или третьего года, я там все продавал. Я тиммейтов, там, клан, все продавал, понимаешь? Все, что я находил, все, что я спойлерил, и крафт, все продавал. Ты мне, трансфигурация, это моя тема, это надо изучить, это надо. Сейчас папа тут накрафтит. Устроим сейчас движение, да, все, что лежит сейчас, все, с молотка уйдет. Молодец. В Хогсмиде есть магазин Оливандера? Есть. Обычно палочки покупаются в косом переулке. Но нам повезло, что есть магазин поблизости. Мистер Оливандер – настоящий мастер и невероятно искусный изготовитель палочек. Ни у кого другого я бы палочку не купила. Мне не терпится попасть в Хогсмид. Хорошо. Давай, мать, телепортируй. Отправляйтесь в деревню с кем-нибудь из ваших однокурсников. Они помогут вам. Пригласите Себастьяна Селлу или, может, Натса Иона, и вы неплохо ладите с ними. Я пойду с Нати. Замечательно. Мисс Она одна из самых талантливых учениц и хорошо знает Хогсмид. Она поможет вам избежать неприятной встречи с приспешниками Руквуда. А кто это? Весьма неприятная личность. Постарайтесь не связываться с ним и его бандой, особенно его правой рукой, Теофилом Харлоу. Хорошо? Когда выполните задачу профессора Ронина, направляйтесь к дверям замка. Батя, у меня уже фиолетовая накидка. Время. Закончите работу и сможете насладиться сливочным пивом в трех метлах. С этого и надо начинать было, солнышко. С этого и надо начинать. Вот это реально мотивашка. Сейчас, папа. Все всем расскажет. Пойдем-ка. Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, которые дают вам профессора Хогвартса. И после их... Мне показалось? Показалось. Выполнение вашей первой задачи является восстановление чары. Поехали. Я только... Что это такое? Ревелио! Показался ли здесь кто-то ходил? Меня, блядь, глючит. Здорово, отец. Вот и вы. Вы собирались показать мне новое заклинание? Безусловно. И это очень полезное заклинание. Восстанавливающие чары Репаро. Эти чары чинят вещи. Сломанный предмет станет как новенький в мгновение ока. Похоже, это крайне полезное заклинание. Даже полезнее, чем может показаться. Как уже говорила профессор Уизли, чтобы вы смогли догнать сверстников, внеклассные занятия у вас будут не только со мной. Другие преподаватели тоже согласились поучаствовать. Но сначала каждый из нас предложит вам выполнить предварительные задания, чтобы отточить навыки. Да это вообще сейчас соло. Я как раз подготовил несколько таких заданий. Это легчайше. Выполните их и сообщите мне. Вы быстро освоите репаро, даже не сомневайтесь. Я, отец, вообще не сомневаюсь. Я сейчас же возьму за задание, профессор. Давай, родной. Просто дай знать. Это то самое место. Интересно, где же летающая страница? Кто? А как? Подожди, чем ее? Левиос! Подожди, чем ее контрить-то?
Заберите просто страницу, но как? А, ну подожди, все правильно. Акция! Да, ёпта! Фокси, спасибо. Это вообще легко. Летающая страница должна быть где-то здесь. Так. Пацаны. Ну-ка. Отлично. Соло. Эх, вот кто-то из новеньких пришел мне на помощь. Чего, солнышко? Чего такое? Ривелли! Чего ты? Ты в порядке? Ты не знаешь, кто я? Зенобия Ноук. Девчонка, которую вся школа ненавидит просто так. Чего? Тебя все ненавидят? Почему? Потому что в Хогвартсе полно хулиганов и зануд. И самый ужасный из них — Леандр Пруэт, тупица бездарный. Я хотела с кем-то подружиться, поэтому принесла свою коллекцию в гостиную. Я имею в виду коллекцию камней. Надеялась, что кто-то захочет поиграть. Ты знаешь про плюй камни? Чего? Это маленькие шарики, почти стеклянные. Игра суперская. Но если проиграть, они обрызгают тебя вонючей жидкостью. Плюй камни? Звучит занятно. Конечно, занятно, там опыт дадут. Я пыталась всем объяснить. Люди бывают так жестоки. Их всего лишь обдало вонючей слюной с ног до головы. Сами виноваты, что проиграли. Имельда такая дурилка. Да и Эверит со Сторией тоже дуралеи. И вот эти жалкие неудачники забрали мои камни и спрятали по всей школе в самых высоких местах. Ну, вообще... По-моему, твоя затея дурно пахла. Вот они и приняли меры. Вообще, но это же не мои правила. Короче, даже не представляю, как мне их вернуть. Да, и я кто пока мне их не вернет? Знаю необходимые заклинания. Вот почему нужно, чтобы какой-то самоотверженный и талантливый пятикурсник мне помог. Смотри, как стелит, а? А ты не знаешь, как добраться до мест, где спрятаны твои плюй камни? Знала бы, сама бы их забрала. И как этот придурок смог спрятать мои камни так высоко? Сделаю все, что смогу. Буду благодарна тебе. Когда найдешь все мои плюй камни, то приходи, поболтаем. Скоро я вернусь к своим играм в камешки и змеиную яму. Куда? Я ж растерялся. В какую нахер змеиную яму? Подожди-ка. Они же где-то будут показаны? Как они? Что? Чего? Ау. Моя семья любит посещать чемпионат. Мы сошли, что ли? Подожди. Ну, у нас есть. Блин, прикинь, у меня здесь вообще нахрен все закрыто. Вообще все закрыто. Ни одного телепорта нет. Давай. Даже интересно, как они выглядят. Что это за прикол? А, это место, куда мы, по-моему, не пошли, да? Ну, я понял, они их, короче... Они их взяли в башню. Я так понял, за это, заколдыбенили. Привет, сказание, привет, ребят. Как он выглядит? Ривелио! Где он? Акция! Так, один плюй камень Зенобии уже нашелся. Не понимаю, что в этом такого сложного? Что-то мне кажется, где-то здесь нас ждет какая-то очень неприятная подстава.
Кажется, я даже знаю, какая. Не, ну сюда все равно этот открывать, как его? Ребят, сюда все равно проходы открывать. А что сейчас, портирчики? О, Сережка. Могу. Так, давайте вместе искать вторую. Ты чё? Кожаная кепка. Кепка зеленая? Ну-ка. Ни хрена себе, кепка. 6 защиты! От судьбы не уйдешь, солнышко. И вот ребята говорят... Свет мой зеркальце. Подожди-ка. Люмос. Все зеленое и куча картин. Понял. Все зеленое и куча картин. Все хорошо. Может, найдем. Итак, давайте изучать. Я предполагаю, с лицом на дверь, с левой стороны одно, с правой стороны второе. Вот это, я так думаю, что... Так, давайте считать. Паук. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 паук. 9, 13 минус 9, у нас 4. 0, 1, 2, 3, 4. Что-то типа совы или хреново. Пойми, что это такое. Не оно. О! Кукушонок. Так, здесь у нас какая-то это шоинтента. 0, 1, 2, 3. 13 плюс 3, 16. 16 плюс 21 равно 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, типа скорпион или я не знаю, что-то какая-то... Какая-то неведомая хрень. На раз-два уже щелкаем, ребят. Легчайше. Настенные знамена факультетов. И шотландский шарф. Ревелио. То есть теперь можно все отжимать по-шотландски. Допустим. Шотландский шарф. Где у нас шарфы-то? Нифига себе, шарф плюс 8 дает. О. Так, открываем надо телепорты. Подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Сюда. Вот это не понимаю, что Ревелио. Такое. Статую уже не первую встречаю. Не забываем все про зелененькое. А что его, бля? Ну конечно. Или вверху. Ревелио. Опа. Стопэ. А кто это такой? Проход в сладкое королевство. За статуей одноглазой ведьмы скрыт секретный проход из Хогвартса в подвал кондитерской сладкое королевство. Попасть в него можно только с помощью особого заклинания. Опа. Тут даже не секретик, тут секретик в секретике, да, у нас? У нас 8 в одном, значит. Хорошо. Ревелио. Так, где же у нас... Не, все-таки, наверное, наверху. Страничка, кстати, летает. Стоп. Страничку надо забрать. Это вот здесь вот я ее улицезрел. Где она? Я же не приглючил. Когда откроется истинная сила забытого, узы доверия будут... Акция!
Во, работает как часы. Хорош. Так, кстати, вот здесь еще откроем. Ривелю. Мои хорошие. А чего это? О, орешка. А чего это, я прошу прощения? Кто-нибудь дверь увидел? Синяя кепка. Шутя, мы с тобой оделись. Из фона не то. Так запусти стрим, сделай с фоном. Я вот считаю, то, что фон здесь будет лишним. Почки. Я думаю, здесь ничего особо интересного. А левел уже идет к шестому. А, теперь все вместе начинаем думать. О, яблочко. Теперь все вместе начинаем думать, если вот здесь. Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. От чего это? А? И никто не знает, от чего это. Может быть, вверху? Ривелю. И непонятно. А не вот это ли? Ну, конечно же. Поехали. 4. Дракончик. 0, 1, 2. Так там 0. Да, здесь сова. 5, 1. А 6. Пять, что ли, получается? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Наверное, прав. Себе, что это за очки такие с оранжевым глазом тритона? Ребята, я по ходу дела какую-то имбу нашел. Я Легу выбил случайно. Добрый вечер. Добрый вечер. Ривелю. Так. Ну а мы тем временем пойдем собирать камушки, которые пока что показаны, что они где-то вверху, 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 вверху. Стрелочками там прям очень хорошо видно. Вверху камушки. Да. А второй-то где? А, окей. Что мы имеем? Итак, 15, дракончик, 0, 1, 2, 17, 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ящерка. Поехали. И второй. Ох, как они решили. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 3 Плюс 9 12 7.
Вот эта хрень, короче. И мои расчеты меня не подводят, конечно. А, они меня не подводят. Ящичный комплект с золотой отделкой. А что это за парень? А что это за кент? Слушай, ну мы уже прям с тобой вообще, да? Не какие-то там, а уже как бы тут. Это вы куда, я не пойму, и закинули эти... Вот это очень важный был порт. На самый верх, что ли, и закинули реально эти камни? Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Ни хрена себе. Ривелио! Доспех тролля! Это необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Что вы затеяли на этот раз? Чисто я с корешем. А где это у нас тут камушек? Че, родной? Ривелио! Угу. Награда за успехи в травологии. Это особая награда, присуждается учащейся 7-го курса. Та-та-та-та-та-та. Ну, понятно, короче. Ирасия награда. Ну, зал трофеев, понятно, что это такое. Просто халява. Просто вот. Шестой уровень, друзья мои. Ривели. Шестой. Мне это местечко безумно понравилось по одной причине. Потому что здесь все лежит. Надо прямо... подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй-камни Зенобии. Сюда. Три шести. А один прям в зале, да? Кто-нибудь его видит? Где угодно, может быть. Ривелио! Конечно. А это уже 4. И мы двигаемся далее. Я бы вот единственное... Ривелио! Он здесь бы вот прошелся, посмотрел. И не зря. Доспехи кентавра. Уникальные доспехи были созданы в качестве мирного подношения лидеру кентавров. Дар был отвергнут, а посланнику пригрозили, пронзили стрелой ногу. Ладно. Так и запишем, что Кон Чен И. Почему? Что ты кончил? Вот, пожалуйста. Доспех домового эльфа. Это же гениально. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно... Я забил все возможные и невозможные ячейки. Тут какой-то имбовый плащ на 6 нападения. Это, конечно, не куртка, но что-то он прям очень какой-то жесткий. Он не жесткий, он ультра жесткий. Блин, камни Зенобии. Так, ну что ж. Ривелио. А мы тем временем ускоряемся. По-моему, особо не лучше. И идем за остальными камушками. Их осталось, кстати, всего 2. И мы с вами сделаем сейчас ход конем. А если быть точнее, лошадью. Ибо сюда телепорт есть, ребята. Не зря мы их открываем. И за место 140... метров, мы сейчас с вами пробежим метров 20.
Можно поменять любой вид снаряжения, тем самым не потеряв характеристики. Не-не, ну сейчас мы оденемся хорошо и поменяем, там что-нибудь красивое будет. Откуда русская озвучка? Пам! Сидели и переводили полночи. Телепорт вещь, ну реально, да. Она просто побыстрее все делает. То есть чпок, и я уже здесь. Бежать совсем немножечко. Прям где-то вот он прям где-то вот. Он прям где-то вот. Даже примерно. Опа. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Опа. Остался последний плюй камень. Одну секундочку. Чуть за лестница. Добрый Ривель. Вечер. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Ячейки заполнены. Негоже, негоже. Ага. Сейчас, секунду. Вот. Подождите-ка. Ага. И, наверное, вот здесь можно, да, так же? Ага. Чуть-чуть подлутаем. И серебряные очечки. Ну, очки у меня Лего. Что-то мне это не грозит. Я понимаю, что их можно было продать, но я не знаю, где их продавать, а... Спойлеры смотреть пока что не хочу. В общем-то, Ривели. Я думаю, мне сюда рановато, наверное, да? Мадива Анай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшими пожеланиями, профессор Уизли. Окей. А, ну понятно. Так и запишем. Хироманты. Гадалочки, да? Ага. Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Так и запишем. Кстати, там помнится на первом этаже где-то странички, да, тоже летали. Ривелио. Не изменяет память. А ну-ка. Акция. Иди-ка, солнышко, сюда. И, по-моему, где-то вот здесь. Ривелио. Профессор Гекко? Акция. Сюда. Ну и загадочка. Кстати, загадочка загадочкой, а где вот вторые циферки были, я не помню. Вижу, все, понял. Так, ну что ж, здесь все как всегда. Дракончик, дракончик у нас 0-1-2. 13 и 21 это, помните сколько? Правильно, 8. А 8 это павук. Это павук. Так, а здесь у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, плюс 9, 14, соответственно, там 3. 0, 1, 2, 3. И что
Легчайше. Как же романтично. Играй с Тиму, конечно. А вот и я. Официальная школьная форма, между прочим, в клетку. Не какая-то там. Ого. Не какая-то там. Плюй камень. Берем вот такую штуку. Так, и где-то здесь... Надо подумать, где в школе достаточно высокие места, чтобы там можно было спрятать плюй камни Зенобии. Акса! Понял. Это последний плюй камень Зенобии. Пора вернуть их ей. Ювелирочка. Вот прям ювелирная работа. Давайте отдадим. Надеюсь, тебе больше повезло в поисках плюй камней, чем мне. О, да. Привет, Зенобия. Вот все твои плюй камни. Правда? Ух ты, даже не верится. Как тебе удалось их достать? Здравый смысл и примитивные заклинания. Ну... И руки не жжу. Ты отдашь мне мои камушки? Да ну, ну нет, ребят, ну она ребенок, ну нет. Разумеется, они ведь твои. О, как замечательно. Все свои дальнейшие победы я посвящу тебе. И, кстати, о победах. Раз мои камешулечки у меня, может кто-нибудь в гостиных согласится сыграть со мной? Поехали. Учитывая, как трудно было их вернуть, думаю, кто-нибудь непременно захочет сыграть. Правда? Будет весело. Будем хохотать в голос, когда плюем всех дурачков. Себя главное не задеть. Чудесненько, я пойду. Пожелаю удачи. Удачи. Ни хрена там опыта отгрузили. А, ну я все три задачи выполнил, типа. А здесь знаете, куда нам надо? Теперь нам нужно вот сюда. Сюда. Добрый вечер. Но это обычная внешка. Это внешка, это ничего такого. Гриб наглую, я тоже не понял прикола. Так, а мы тем временем все идем по основному квесту. Да, стой. Давайте эту элементарную сделаем задачу, да? Правильно? Надеюсь, предварительные задания нет. Профессор, задачи, которые вы мне дали, готовы. Прекрасно. Вы отлично справляетесь с базовыми чарами. Давайте шапочка обратимся ванны, к старым, да, да, добрым восстанавливающим чарам. Не забывайте, движения должны быть уверенными, а дикция четкой. Вложите в заклинание свою решимость. Ну же, приготовьтесь. Да, сэр. Помните, волшебная палочка — проводник вашей магической силы. Плюс скилл. Восстанавливающие чары. Мосты. Так это вообще топ. Вот так. Очень хорошо. Если хотите поупражняться, попробуйте восстановить вон ту разбитую статую в нише у воды.
Считается, что она изображает расставание. Возможно, некий отвергнутый возлюбленный не вынес ее выразительности. Легчайше. Фига тут опыта, просто разгруз идет бешенейший. А FNAF будет, так надо обязательно на телегу подписаться. Hard Insight. Сейчас, кстати, вам обязательно ее скину. Там рекламы нет, ребят. Напоминаю всем, там только оповещение о стримах. Так что залетайте. Буду рад. Так, задание. Поехали. Все. А вот теперь начинается самое интересное. Погнали. Но мы очень на жестком перекаче. Мы очень сильные. Какое первое впечатление об игре? Шикарное у меня впечатление. Если я говорю, будете топить лайками, будет обратная связь от ребят, которые скажут, что да, Леха, игра крутая, я бы ее целиком прошел, честно говорю. На русской озвучечке, тем более. Все идеально идет. Очень круто, очень атмосферно. Если здесь еще будет и открытый мир, настоящий, мать его, открытый мир, а не вот это. Личные доспехи. Доспехи принадлежали сэру такому-то, который неосмотрительно вызвал горного тролля посоревноваться в игре. Зря он. Это была ошибка новичка. Так, давайте-ка мы, я не знаю, там что-нибудь. А он то, что копейки вообще стоит, разобьем. Лучше вообще, конечно, не разбивать. Кем? Ревелем. Хорошо, хоть не хероборцем. Колокола три сестры. Ну, давай. Поехали. Нати, надеюсь, тебе пришлось не очень долго ждать. Вовсе нет. Профессор Уизли сказала, что тебе нужно побывать в Хогсмиде. Тебе, должно быть, нужны собственные вещи. И деревню ты хочешь посмотреть? Да, мне не терпится. Хорошо. Тогда в путь. Я покажу тебе все самое лучшее, что есть в Хогсмиде. 117 лайков показывает, так что с вас 7 тысяч. F5 нажми, ты чё, ребята стараются. Не, 10 тысяч лайков и новая серия сразу. Это, ты чё, это топ. Это прям целый, не то что серия, целый стрим сделаем. Офигеть, это 3:30 уже прошло. Карту мира открой, охреней. Рус, сейчас вот, наверное, да, ее можно открыть. Я бы ее всю прошел. Я не ожидал. Я вам говорю, редко игры так заходят. Редко заходят в том плане, что... Ну, как сказать? Я не люблю, когда, знаешь, что-то в городах долго, вот это вот перебежки всякие эти. Но для меня очень хорошее, как для человека, который всю жизнь в игры играет, если... Резко, бам, и я не заметил, как 3 часа там прошли, да, или огромное количество времени. Ну, конечно, это вау. Но это история целая, это игрой сложно Здорово, назвать. Здорово, что профессор Уизли попросила меня составить тебе карту. Ревель. Правда? Это целый... Конечно, я сама собиралась пригласить тебя в... Про карту сказали. Давай откроем, посмотрим. А как отдалить-то? Изменить масштаб. Деревне. Думаю, что тебе понравится. Понял. Так что профессор Уизли как раз вовремя прислал мне записку. Понял. Не могу передать, как приятно дышать свежим воздухом после долгих копаний в древних рунах. Не советую выбирать этот предмет. Ужасная ошибка. Я верю. Хотя вряд ли можно назвать это выбором, когда этот самый выбор делает за тебя мать.
Хогсмиде чудесно в это время года. Все советуют побывать там в Рождество. Но это как раз тот редкий случай, когда я лучше побуду дома. Не любишь холодную погоду? К холодной погоде я уже привыкла. Хоть это и заняло некоторое время. Ребята, а есть кто компания смотрит? Или с семьей? Или с друзьями, или с близкими, с родителями? Мне очень интересно, как вообще вот вам атмосфера самой игры. Если не сложно, напишите, да, там, как стрим закончится в комментариях. О, может, там... Сюда! Я часто нахожу златоглазок в здешних местах. Правда? А что в них такого особенного? Выглядит необычно. Но если дать настояться, потом можно будет варить из них разные зелья. О, сбор, это мне надо. Еду надо. Ну-ка, мать, подожди-ка. Я очень надеюсь, что я их собираю, а не просто разбиваю. Ну, как вы думаете, я их собрал или просто сломал? Ну, мне кажется, что я их собираю. Погодите. Я их собираю. Эх, вот бы сейчас кирку бы, конечно, кто-нибудь подарил. Ну да. Да. Вот бы, конечно, бы да. Гляди. Там гиппогрифы вылетели из запретного леса. Неужели их что-то спугнуло? Ау. О. Ладно. Думаете, Поппи уже видела гиппогрифов? Несомненно. Небось, уже и имена им придумали. Конечно. Сейчас папка тут устроит. Слева запретный лес. Но ученикам туда нельзя. Неспроста же он так называется. А почему туда нельзя? Преподаватели говорят, там слишком опасно. Я понял, как запретный плод. Короче. Запретный только делает его за мать. Акция! Вот и Хогсмид за теми холмами. Не работает. Осталось только пройти мимо этих руин. Так, ну телепорты у нас открываются, это уже хорошо. Слова. Ребят, ну это очень красиво. Это какой-то домик, кстати. Видели, да? Всю жизнь бы путешествовала, если б могла. Базаришь. Меня удивили слова профессора Уизли о том, что ты хорошо знаешь местность. Ведь ты здесь новенькая. Она так сказала? Значит, она знает меня лучше, чем я думала. Я тебе скажу. Слышь, мать, тебе, конечно, можно давай зубы... Ты из меня придурка не держи. Зашкурили перчаточки для папки, да? Зашкурили. Давай не будем сейчас. Ага. Эльфийские какие-то перчатки, блядь, что только нет. Как красиво, я как хоббитцам в деревню попал из Властелина колец, да? Очень красиво, очень красиво. Мне очень нравится. О. По звуку услышал, кстати. Не знаю зачем, но мне кажется, они мне нужны. Я как-то пытался спрятать карман. Мама говорит, что Лешин голос узнает из тысячи за 4 года. Как тебе школа? Как я тебя помню, смотрю. Помню, первые несколько недель после приезда привет, мне было так непривычно. Большой. Да, мой голос, он все прекрасен. Вокруг было новым, скромный, красивый. Незнакомым. Привыкаю потихоньку. Если бы, конечно, бы... А ты? Обжилась тут, наконец? Какая-нибудь, ну, например, студия озвучки сказала, здесь Алексей, тоже очень красиво.
долго думали и решили вас позвать на озвучку очередной игры. Хогвартс стал для меня большим домом. Какая-нибудь, да, студия, которая, например, Хогвартс Легаси озвучила там, или еще какая-нибудь. Да. У меня ведь когда-то была мечта. Она и сейчас есть. Много лет, кстати, прошло. А вот чтобы голос остался в какой-то игре, это же целое... Ну, как сказать, это было бы лучшее, что вообще может быть. Представляешь, это, мне кажется, это лучшее вообще, вот, вот просто, что может быть. Нужно запретить приносить еду и напитки в гостиную. Солнышко, мы... А что это такое? Кого, блядь? Ревелио! Пацаны, вы что-то мутите? 100% какая-то под это подстава. Это же мистер Мун! Он работает смотрителем в Хогвартсе. Выглядит как-то потрёпанно. А не знаю, что я ей бегу. Здравствуйте. Уже познакомились с новичком? Здравствуйте. Очень приятно. Лучше вам повернуть назад, мисс Оней. Развернуться и бежать. Сэр, у вас пойдет меня порядке? Подальше. Оно смотрело на меня, а глазища как блюдца. Что смотрело, мистер Мун? Дэми, маска, мерзкое, волосатое и жуткое существо. Я буду в замке, там безопасно. Удачи вам. Бедный мистер Мун. Статуэтки Дэми масок? Я думаю, он порядочно перебрал в деревне. Надо признать, я никогда не видела его в таком состоянии. Акция! Почти пришли. Кроме Хоксмеда, за стенами замка есть на что посмотреть. С удовольствием проведу тебе экскурсию. Ходят слухи, что тут есть гоблины и все такое, так что я с радостью возьму на прогулку друга. Гоблины? Буду иметь это в виду, Натя. Спасибо. Ёпта. Я как в сказках каких-нибудь древних, знаешь, это развилка. Там где 100 тысяч 500 миллионов разных этих. Жаль, что да, нельзя здесь подобывать там что-нибудь, знаете, вот руду там какую-нибудь покрафтить, хотя... Ну, вот мы и пришли. Опа! В трех метлах можно выпить сливочного пива, а в сладком королевстве... Ты найдешь любые сладости, какие душе угодно. Нахер мне твое сладкое Никак королевство, мать? Никак не могу определиться, какой же из магазинов мой любимый. Солнышко, подожди, пожалуйста, мне продать надо, у меня... С уверенностью могу сказать, битком. Что в Хогсмиде ты найдешь все, что тебе нужно. Битком, родная, битком, битком, все, все Ревель. Везде. Все везде битком, продать можно, господа? Кого? Акция! Хьюстон? Дешевле есть, нет чего-нибудь? Надо срочно сундук большой. Сундук, чтобы больше с собой носить, чтобы больше продавать. Ух, ёперный театр, не шутя. Я не знаю, я смотрю, какая-то кнопочка. Я взял, дернул. Как с ним трейдиться-то? Не хочешь со мной разговаривать, черт. Ревели! Нет, кто-то скажет, что типа вор. Ребят, давайте не будем путать холодное с горячим.
И вы просто скажете, что это неправда. Я просто возьму и верну. Че ты начинаешь? Видишь, малиновый он, пиджак малиновый. Конечно. Поступать можно с телевизора. Был один уже, кстати, в... Тоже с телевизора. Выступал. Короче, здесь секретики. Что за звук был? Казался. Ривели. Блять, сколько здесь замков. А для чего люди все закрываются? Профессор Уизли сказала, что тебе нужны рецепты зелий, магические рецепты, кое-какие семена и... Новая палочка. Точно. Мистер Оливандер тебе понравится. Не терпится увидеть, что у тебя получится с собственной палочкой. А я не знаю, как сундук, ребят, с глазом открывать. Думаю, ты успеешь найти все, что нужно. Слоты, слоты, надо распродаться. У меня битком все. Не спеши. Осмотри, Хоксмит. А когда закончишь, встретимся с тобой на площади. У того же трейдера еще сундук 100%, потому что, ну, там... Наслаждайся. Он за углом. Скоро увидимся. Все. И просто открытый, мать его, мир. А салон парикмахерской, все очень классно, очень здорово. Где продать? Магазин одежды. А где же здесь продается-то? А черт его знает. Давай попробуем вернуться, а? Может, прокатит? Еще одно дарование. О! Простите, сэр, я от профессора Уизли за магическими рецептами. Вы учитесь у Матильды? Так и знал, что вы скоро ко мне придете. В любом, да, наверное, магазине? Я владелец лавки Томас Браун. Я так понимаю, что у вас был урок колдовства? Боюсь, еще нет, сэр. Новогодний стрим планируется, моя хорошая, будет. Да. Создание 7 лет уже. Предметов поздравляю ничего. Вас. А как же? Это магия в чистейшем ее виде. Конечно, в нем есть свои сложности. Но на то вам и нужны будут мои магические рецепты. Прилежно занимайтесь и сможете произвести впечатление даже на профессора Уизли. Да, мистер Браун, вы правы. Я всей душой надеюсь, что все так и будет. Хочу увидеть ваши успехи. С помощью рецептов можно создавать уникальные вещи, например, нестандартные предметы мебели и декора. Пусть вас учит профессор Уизли. А я принесу магические рецепты. Стол для горшков и стенд для зельеварения. Ты эту туфту себе оставь. Думаю, да, сэр. Отлично. Мне, пожалуйста, кирку и лопату. Нет ничего лучше, чем уметь выращивать собственные ингредиенты и варить какие угодно зелья, когда заблагорассудится. Давайте посмотрим. Давай. Давайте посмотрим, что у нас есть. Ай, ну давай. Ну, смотрите, мысли логически. На мне сейчас все самое топовое. То есть, чисто теоретически, правильно, я продаю это все. Трунь. А там прям пишется, да, защита хуже моей. Чтоб, знаете, точно не завтыкать. Красная, красная, красная. Это вровень с моей, но у меня поинтереснее. Сто пятьдесят, ни хрена себе, пальто. Так, что у него за рецепт? Магический рецепт — стол для горшков с маленьким горшком. Еще. А вот стенд для зельеварения. Если вам интересно, то прошу взглянуть на остальные мои товары.
Ты чё, аферист? Сколько? Чё, родной, а? Какие 3000? Сумасшедший совсем, что ли? Не проще твою лавку сжечь. Ладно, вернемся. Быдло, а. Так, здесь где-то еще один стоял сундук. Но я не знаю, как его открыть, ребят. Акция! Репара. А, толку репара на него. Эти сундуки я пока не умею открывать. Ага, не знал! Прокатило. Ну, как-то так. Друзья мои, я очень буду ждать от вас обратной связи. Безумно интересная игра-фильм. Хочу пройти все полностью на 100%. Может быть, даже первая моя игра на стримах за много лет, которую я бы хотел ее вообще всю пройти. Блять, это очень интересно. Но все зависит от того, как будет вам интересно или нет, и будете ли вы приходить на стримы. Мне кажется, это как целая сказка, которую можно смотреть всем вместе. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Мне будет очень приятно. Так что... прямо сейчас, да, я закончу стрим и обязательно в комментариях прям каждый настрочите, кому не сложно. Это тоже поддержка. Спасибо за прекрасный вечер. Я обязательно сегодня вернусь и посмотрим с вами какой-нибудь фильм. В телеграм-канале Heart Insight, друзья мои, это вот здесь. А, все, я понял. Тут игра сейчас, да. Она это... Сейчас, секунду. Понять бы, как сохраняться. Вот, сохранить. Сейчас, секунду. Сейчас. Угу. Все, вот. Да, ребят, на телегу подписывайтесь. Сегодня посмотрим какой-нибудь кинчик. Да, кто не смотрел вместе с нами кино, на Бусти. Тоже первая ссылочка внизу в описании. Можно посмотреть. Кто идет спать? Доброй ночи. Всех с наступающим. Завтра я постригусь, буду красивым, весь такой из себя. Обязательно вас поздравлю с Новым годом уже 8-й раз. Прям уже как целое это. Вот так что как-то так. Ладно, все, всем удачи, ребят. Пойду что-нибудь покушаю. И встретимся с вами на просмотре фильма. Так что обязательно подписывайтесь на телегу, как я и сказал. Сюда. Спасибо за комментарии, за лайки. Обязательно проверьте подписку. Это лучший мне подарок на Новый год. Спасибо, друзья. Берегите себя и крепкого вам здоровья. С вами, как всегда, был я, Лёха Хартплей. Сейчас скоро.